Так, раз, два, три. Ребят, всем привет. А, Ауфчик, привет. Кто еще в чате есть живой, тоже отзовитесь. Напишите, что все слышно, видно, работает. Вот. И сегодня по вашим заявкам будем разбирать стереометрию. М -м -м, причем... Ну, я бы думал, что бы вот такое по стереометрии разобрать, чтобы было максимально эффективно за один стрим решить, научиться решать максимальное количество зада задач по стереометрии, поэтому сегодня будет метод координат. Так, есть кто живой это еще? Ну и еще кто... -то... Я даже думал, что раз так мало людей, может вообще не стоит стрим запускать, но потом вспомнил, что есть люди, которые смотрят записи, либо когда-либо кто-нибудь будет это пересматривать. И, в общем, не только для тех, кто в чате, для людей из будущего тоже разговор про метод координации у меня предстоит. Так. а ну напиши, работает, не работает. Если работает, то можем начинать. Да, все окно ну, хорошо. Так, ну, не знаю, с тобой-то <связать> беседовать. Э, расскажи, как ты решаешь стереометрию, что ты знаешь в стереометрии, и конкретно знаешь ли ты что-нибудь про метод координат. Может быть, ты его в школе проходил, может быть, ты его вообще там в совершенстве уже овладел и им пользуешься. Может быть, вообще ничего не слышал. Вот, как у тебя отношение к мет с методом координат в стереометрии. задержка да еще наверное есть сколько то секунд наверное 30 у чата но ну, что делать потом кто-нибудь может на скорости 2х смотреть уверенно мало решаю стереометрию решаю быть через то что на чертеже увижу так ну вот весь как бы план ну вообще стереометрию давайте как вот можно написать стереометрия да за нее сейчас нынче дают целых 3 балла это вот довольно существенно, потому что в прошлые года за стереометрическую задачу, которая была, та же самая задача, за нее давали два первичных балла, и надо было как бы там вот прям даже спорно было, стоит ли тратить столько силы времени ради того, чтобы иногда набрать дополнительные два балла, при том, что задача всегда как бы сложная, а времени на подготовку к стереометрии уходит много. Сейчас вот немножко ситуация улучшилась, раз нам дают целых 3 балла, стало больше мотивации заниматься стереометрией вообще в принципе. Вот, у нас есть как бы классический подход к решению задач. Это когда вы ну, как бы спокойненько учите сначала геометрию, там 7, 8, 9 класс, потом попадаете в 10 класс, 10, 11 класс. Честно, уверенно, проходите все теоремы, свойства, признаки, там все, все на свете и спокойно умеете решать задачи по геометрии, стереометрии. То есть можете там рассказать там, признак перпендикулярности прямой плоскости, знаете что такое теорема о трех перпендикулярах, знаете как искать угол между двумя плоскостями. То есть ну, классический подход, это как бы ну, на самом деле важно и для там, построения вашего математического мышления. То есть если, например, вы сейчас вдруг в десятом классе, я бы вам советовал ну, спокойненько заниматься, ну там стараться и уделять вне... время для стереометрии. Вот. А если вы вот вдруг уже все-таки, скорее всего, в 11 классе и как бы в конце января месяца а со стереометрией у вас пока отношения не очень сложились, есть вот такой замечательный подход, как называется метод координат. Это то, что мы будем делать сегодня. То есть э, этот способ позволяет практически не зная никаких теорем, признаков, вообще ничего не зная, надо только много считать, много считать. Еще причем правильно, да, не ошибаться в каких-то мелких подсчетах, уметь складывать дроби, вот такие вот навыки нужны, и, в принципе, если мы с этим справляемся, можем много посчитать и правильно, да, тогда мы почти, мы можем решить где-то процентов 70 задач, которые попадаются в стереометрии. Это довольно много, то есть мы с вами буквально сейчас за один стрим, там, два с чем-то часа научимся решать 70% задач по стереометрии, надо будет конечно потом дело оттачивать но в целом все упирается в то что у нас есть стандартный подход и мы научимся с вами делать такие вещи находить угол между прямыми а, и там угол между прямой и плоскостью между плоскостями угол между плоскостями плоскостями. И что у нас еще будет расстояние от точки до плоскости. То есть вот эти вот четыре таких основных вопроса это наиболее частые вопросы, которые попадаются в задачах по стереометрии. Никита, привет. Пипин, привет. Ну у тебя ты добрался до дома с честно закрытой сессией, и можешь себе позволить и отдыхать? Так. Вот эти четыре вопроса — это наиболее частые вопросы, которые бывают в задаче по стереометрии. Соответственно, на самом деле, даже, может быть, легче было бы написать, какие задачи нельзя, получается, решить с помощью метода координат, но, возможно, там, после того, как мы все обсудим, вы мне сами про это расскажете. Может быть, я в конце стрима про это расскажу, но чаще всего задачи попадаются такие, что ну, как, решить можно. Поэтому давайте погнали решать метод координат. Вместо заданий сегодня вот так, текстовый файл прямо на экран выведенный да то есть нам что надо будет сделать мы с вами быстренько обсудим минут за 25, то, что вы должны проходить в школе на тему метода координат, там, что такое вектор, что такое точка, как там координаты, того всего написать, и что такое угол между прямыми. Вот. Но вся сложность начнется после того, как мы дойдем до третьего пункта и начнем разговаривать про то, что такое уравнение плоскости. Вот. Но пока начинаем с простого. Я всем предлагаю нарисовать куб ABCDA, а, A1, B1, C1, D1 и ввести для него прямоугольную систему координат и подписать координаты точек вот я сейчас этим тоже займусь можно пока заняться самостоятельно так значит да то есть нам нужен куб так 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 давайте как-нибудь чтобы у нас было одинаково у нас вот это Задняя точка, которую не видно, она будет называться точкой B. A, B, C, D, A1, B1, C1, D1. Так, ребро куба у нас равно 10. И э, любая стереометрическая задача, которую вот мы собираемся решать методом координат, начинается с волшебной фразы. Э, ведем прямоугольную систему координат. Прямоугольную. Давайте Ц... целиком. Прямоугольную ну систему координат. Вот, соответственно, для куба мы самая простая фигура, которая может попасться, и вообще куб и параллелепипед это идеальные фигуры стереометрические, для которых метод координат точно супер хорошо работает. А, что для нас тут вот важно, может быть, чуть-чуть никому непривычно, необычно, оси желательно располагать именно так, как сейчас я на чертеже показал. То есть ось x она типа смотрит на нас вперед, ось y смотрит вправо, ось z смотрит вверх, отвечает за высоту точки над плоскостью OXY. <серк principalmente> так, если что-то круглое, то, кругло, то координатами не надо решать. А, ну, короче, с круглыми это надо найти еще задачи хорошие, но в целом надо как-нибудь попробовать. Да. А, ну, короче, на самом деле, как обычно, всегда все упирается в вопрос тренировки, да? Если я прям видел людей, которые прям в суперсовершенстве освоили метод координаты, они как бы решали эти методом координаты задачи, которые я думал, что у них как бы не получится таким способом решить. Они решали. Вот, то есть сильно упирается, да, в старании. Так, значит, что я от вас хочу? Давайте вы мне в чат напишите координаты точек. Ну, например, мне нужна координаты точек D, C1 и a 1 вот, это чтобы вы меня в чат набрали. Пишите точка D, скобочки, раз-два-три координаты. Точка C1, раз-два-три координаты. Точка A1, раз-два-три координаты. А я на чертеже буду подписывать координаты всех точек. Да, ну, как бы начнем с очевидной точки B. Мы специально поместили в начало координат 0, 0, 0. Дальше точка A, она по X 10, 0, 0. Да, мы учитываем, что она вперед вытянута на 10 единиц, то есть на ребро куба влево, это, вправо влево не двигалось, вверх вниз не двигалось, вот у нее 10.00. 0. Дальше точка C наоборот она сдвинута по Y и точку D вы мне наверное уже в чат написали 10, 10 0. Да, и вообще я вот именно так советую всем делать, то есть если мы решили что-то методом координат решать, мы хотим сделать большой чертеж, подписать на нем координаты всех точек, которые у нас в задаче поучаствуют, что нам это будет важно. Вот, так, что там еще? Я от вас все по-прежнему жду А1 и С1. Ну, пока точка Б1. Замечательная точка 0, 0, 10. Точка Д1, она вообще у нее все координаты по десяточке. Ну и тут надо не запутаться, где есть десятка, а где нет. 10, 0, 10. Так, ага, D10, 10, 0, C0, 10, 1, 10, 10, 10. D1, 10, 10, 10. Ну, верно, да, мы хотели не D1, а 1 но ну, неважно. Главное, ты координаты умеешь правильно определять. Пойдет. Так, дальше что мы делаем? Дальше у нас вот есть еще какие-то мини-задания вот, по тексту. Вот тут текст, видно его? Немножко мелко. Ну, сейчас. Мелко, не мелко. Значит, ну я буду сейчас крутить обратно. Значит, нам нужны еще координаты двух точек, которые в сегодняшних задачах будут участвовать. Нам нужна точка M, середина АД. Сейчас, так. Точка М середина АД. Вот это. Точка М и, ну, кто-то может сказать, что он знает формулу, например, координаты середины отрезка. А можно сказать, что мы координаты точки подписываем просто из общих соображений и понимаем, что, ну, типа, середина а, АД, она, значит, как бы АМ равна пятерке, и это сдвиг вправо на 5 единиц. Значит, да, мы вперед сдвинулись на десяточку, и вправо сдвинулись на пятерочку, и как бы вот закончили. Да, 10, 5, 0, ауфчик, верно. Дальше, точка Е. Точка Е лежит на ДД1, да, Где-то вот здесь лежит точка Е, e, и нам известно, что ДЕ относится к ЕД1 как 2 к 3. Да, то есть чуть-чуть ближе к точке Д. Так, надо как-то нарисовать. Вот так, да? Вот так. Вот тут живет точка Е. E. И чтобы про нее подумать, ну, мы как бы стандартный ход используем. То есть если нам в задаче известно, что что-то к чему-то относится через двоеточие, да, DE относится к ED1, 2 к 3, значит, это 2Х3Х, в сумме 5Х, и это 5Х10, ребро 10. Да, да, 5Х равно десяточке, x равен двойке. Значит, у нас расстояние ED, да, вот это вот высота точки Е e над плоскостью основания 2Х, это значит 4, 4. 4, ну а дальше 10. А, 4, 4 не туда пишем. Да? Сначала пишем, что как бы была точка Е, e, она была 10, была точка Д. Она была 10, 10, 0, а точка Е, e, она такая же, только еще вверх. Поднята на вот как раз 4 единицы. 10, 10, 4. Можно какой-нибудь вопрос задать. Вполне допускаю, что может быть непонятно, как мы определяем какие-нибудь координаты точек, как мы про все это думаем. Вот, главное прям стараться думать, что точка там сдвинута вперед на столько-то, вправо на столько-то, вверх на столько-то. Значит, у нее как раз вот такие координаты. Так, дальше. Дальше нам нужно найти угол между прямыми. Ну, тут, конечно, целое отступление нам нужно. Потому что, ну, давайте, нам в задаче, которую мы собираемся решать, нужно что? Прямая B, B1M, прямая AD. B1M, прямая AD. Так, мы хотим найти угол между вот этими прямыми знак вопроса. Но история какая? Чтобы искать угол между прямыми, нам нужно знать координаты векторов, которые задают эти прямые. То есть, да, мы как бы можем легким движением руки быстро подумать, что bm это вектор, а d это вектор. Еще потом обсудить, чем прямая от вектора это отличается. Но у нас сегодня такое чисто стрим такой, когда мы именно учимся что-то делать, не сильно вникая в теоретические-то знания. Ну, хороший вопрос, Алувчик. Я думаю, что ну, какие-то минимальные вычисления. Ну, то есть вот точки А, Б, С, Д, А1, Б1, c 1 Д1 просто подписываешь, да? А точка М, если ты ее подписываешь, тоже, не знаю, можешь сказать, не знаю, какого объяснения хватит, что АМ равно 1 вторая АД, все, этого как бы достаточно, чтобы пояснить. То есть бывает, да, когда они тебе попадутся, задачи, в которых точки какие-нибудь довольно хитрые. Да, но вот про точку Е, там да, можно написать вот эту историю про 2х плюс 3х равно 10, х равен столько-то. Короче, я вам напоминаю, что обычно в задачах вообще, и в этой час, в частности, очень важно, чтобы у нас было все решено правильно. Да, то есть у нас главный критерий проверки правильное решение, правильный ответ. А вот то, что вам там раз там одному из 100 человек не засчитают задачу или снимут один балл, ну это очень маловероятный сценарий. То есть, как бы я в первую очередь переживал бы про то, как все посчитать правильно. Вот, а оформить, я думаю, здесь не так страшно. Так, да, вот первый курс нам поможет рассказать. Значит, вопрос какой? Как найти координаты вектора? Как найти координаты вектора? Найти... Координаты вектора. Угу. Ну, чтобы найти координаты вектора, нам нужны, соответственно, координаты точек, которые его задают. Я вам все предлагаю писать подробно, чтобы не допускать мелких арифметических и ошибок из-за невнимательности. А, то есть у нас участвует точка b1. Мы ее берем, заново повторяем, выписываем. Что у нас там с точкой b1 было? Она была 0, 0, 10. Да? С точкой М и вон ее, вон ее видно: 10, 5, 0. Значит, вектор получается b1m. Мы знаем, что как найти, ответ на вопрос, как найти координаты вектора, из конца вычесть начало. Вот. В плане конец-начала именно точка конца минус точка начала. У точки тоже есть координаты, но вот кратко правило звучит вот так, да, что мы хотим. Значит, конец-точка М да, ⁇ это вот, начало. Это конец. Из какой точки? В какую идет? Значит, для, мы смотрим. У ага, точки M Конец 10, начало 0. Да, вот можно вот так написать: 10 минус 0, 5 минус 0, 0, минус 10. Ну, это вот как-то супер подробно. Да, вот эти действия именно что мы тут сделали. По факту, мы оставляем координаты вектора. У нас остается 10, 5 минус 10. Еще обращаю ваше внимание, что координаты вектора пишутся в фигурных скобках. То есть точки мы пишем в круглых скобках, в вектор мы указываем в фигурных скобках. Вроде так везде принято, некоторые почему-то так не пишут. М -м так, что еще? Ну, давайте вы мне вектор AD напишите в чат, чему он равен. Его координаты. Вот. Значит, научились мы более-менее находить координаты вектора. Следующий вопрос. Как найти длину вектора? И вот эти все вопросы, которые сейчас мы обсуждаем. Найти координаты вектора, найти длину вектора, найти скалярное произведение. Следующий вопрос будет. Вот это все то, что проходится в школе как раз где-то там в середине 11 класса, может быть раньше. Да, вот это, мне кажется, все должны проходить. А еще это было еще раньше, в девятом классе, когда у нас векторы были на плоскости. Так, 0, 10, 10, проверим. Что-то, по-моему, что-то не так. Да, что у нас, что не так? 10, 0, 0, 10, 10, 0. Мы с конца, из десятки, вычитаем десятку. 10, 10, 10 минус 10 это 0. Да, то есть... Координата вектора по x 10 минус 10 0 должна получаться. Вот по y у нас там 10 минус 0 это 10. И по z 0 минус 0 0. Так, аувчик, справляешь? Да. И еще полезно себя проверять по чертежу. То есть я вот когда прочитал ответ в чате, первым делом, что я сделал, посмотрел на чертеж. То есть я как бы вижу вот вектор AD. Вот, из точки А в точку Д. То есть, как бы координаты вектора они по сути показывают, как у нас идет направление вот этой стрелочки, куда она смещ... там, переносит начало в конец. Ну, в том плане, что вот у нас вектор АД стр... смотрит строго вправо. Да? Он смотрит строго вправо. Вперед-назад, не смотрит. Это значит, по x у него 0 вправо смотрит как раз на расстояние своей длины, значит, там десяточка, и вверх смотрит, никуда не смотрит, да, то вверх, вниз, вектор не идет, значит, у него по оси Z координата должна быть равна нулю. А так мы видим, там 0, 10, 10. Да, вектор 0, 10, 10, он должен как-то, значит, смотреть и вправо, и вверх. И как бы еще есть вспомнить, как вектора складываются. Ну, короче, просто вектор 0, 10, 10, он должен был бы идти вот так вот по диагонали. Да, ну, значит, что-то не так, где-то стараться себя минимально Проверять. Так, значит, как найти длину вектора? Как найти длину вектора? Надо знать кучу формул методик координат, ну, как кучу штук, 7 формул знать, собственно, и их применять. А, координат, ну то есть вот у нас история какая есть. Вектор некоторый, у него есть координаты: x_a, y_a, z_a. Чтобы найти длину вектора А какого-то абстрактного, нам нужна такая формула, которая представляет из себя трехмерную теорему Пифагора. Да, сумма квадратов трех измерений. По факту, что это, для нас, что это для нас значит, что у нас... Ну, когда вот есть какой-то вектор, вот он куда-то смотрит, да, у него там есть смещение... Сейчас как бы нарисовать получим. Вот так нарисуем. У него как бы есть смещение по вертикали, по горизонтали и... Сейчас. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Я к чему веду? К тому, что это вам формула супер знакома. Это просто формула длина диагонали параллелепипеда. Да, у нас, когда есть параллелепипед, у него есть там, ши длина, ширина и высота. И есть формула диагонали: что диагональ это корень из А квадрат плюс B квадрат плюс c квадрат. Вот у нас ровно то же самое. Да? У нас координаты вектора отв отвечают за смещение. Вперед-назад, вправо-влево, вверх-вниз как раз длина, ширина, высота, корень суммы квадратов трех координат получается длина вектора. Так, значит, ага, ну, нам пригодится длина наших двух векторов. Давайте ее посчитаем. B1M. Длину вектора можно либо вот так модуль от вектора обозначать, либо просто Но ну, B1M без всяких модулей. Да, у нас получается корень из 10 в квадрате плюс 5 в квадрате плюс, минус 10 в квадрате. Обращаю внимание, что если координата отрицательная, минус 10 в квадрате плюс. да. В итоге все плюс, плюс, плюс. Что у нас получается? 100 плюс 100 плюс... Э, я написать, да? 100 плюс 25 плюс 100. Корень из 225. Есть такой корень? Наверное, есть. Да? Корень из 225 это вроде 15. Вот, это удачно. И у нас есть вектор AD, который не очень интересно, у него половина координат нули. 0 в квадрате, плюс 10 в квадрате, плюс 0 в квадрате, десяточка. Так, результат все запомнили. Так, третий вопрос. Нам, не третий, третья формула. Так, третья формула. Собственно, что нам нужно знать, что бывает скалярное произведение. Так, Пипин, чтобы ты там сильно на диване не залеживался, давай ты мне в чате расскажет, что такое векторное произведение. Ну, вопрос для первого курса. А для 11 класса вопрос, что такое скалярное произведение векторов. Скалярное произведение векторов. Да, и тут целый кусок теории, да, что договорились, что у нас вот были вектора. Опять у нас. В нашем некотором примере есть два вектора. Один вектор А, у него все координаты с xA, yA, zA, с индексом А. Другой вектор B, xB, yB, zB. Значит, что придумали? Придумали, что есть такая штука, называется скалярное произведение векторов. Некоторая величина, и чтобы ее посчитать, ну просто вот какая-то величина, мы ее считаем, она что-то нам показывает. Но что придумали, что это называется скалярное произведение векторов? Это произведение длин векторов умножить на косинус угла между ними. Да? С одной стороны у нас есть координаты и вектора и сами вектора. Мы умеем считать их длинные, не понимаем, где между ними какой-то угол. Но сам подход такой, что скалярное произведение, если бы у нас все было, известно, да? один вектор 5, другой вектор 10, угол между ними там 60 градусов. Мы такие 5 умножить на 10, умножить на косинус 60 градусов. Вот получается результат какое-то число. Окей. Okay. Okay. Так, Пипин, сейчас я твое замечание прокомментирую, но ты можешь лучше. Вот. Это, значит, смотрите, как бы первый подход. Типа, скалярное произведение. Вот просто такая вот конструкция, вот так ее обозначают, вот ее можно посчитать. А есть второй подход, который нам говорит о том, что, ага, вообще скалярное произведение можно посчитать еще и по-другому. Можно, если мы знаем координаты векторов, то мы берем эти координаты с друг с другом перемножаем, то есть x умножаем на x, y умножаем на y, yA на yB, zA умножаем на zB. И получается ровно тот же самый результат. И главный фокус в том, что, что так мы считаем, что вот так мы считаем. И результат должен получаться одинаковый. А это значит, что просто вот это первое выражение равно второму выражению. Получается такой вывод, что нам не очень важно, чему равно это скалярное произведение, если нас именно в задаче не попросили найти его. Зато важно, что вот эти два выражения равны друг другу, а в этом равенстве, вот, типа первое равно второму, мы длины векторов знаем, вот эту всю строчку произведения координат знаем, и как раз обычно в задачах не знаем косинус угла между векторами. И получается как бы способ, что мы одно приравняли к другому, и для себя выразили, чему равен косинус между двумя векторами или двумя прямыми. Получается у нас такая формула. Косинус альфа ⁇ это вот это вот произведение координат векторов. Разделить на две длины. Длина вектора А умноженная на длину вектора Б. Если кто-то очень любит писать много длинных формул, то вместо длины А мы... Как, как найти длину А? Опять вспоминаем, что это сумма квадратов координат для вектора А. Ага, таки бах. Потом как найти длину вектора b, вот значит вот так, да, y b z b и вот у нас получается формула, 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 ответ на уже некоторое количество задач в ЕГЭ. Вот, да, овчик. правильно. Да. Фрагментарная память выделила как раз то, что нужно. То есть нам нужны эти два способа. Ради чего? Ради того, чтобы выражать косинус. Нам нужна вот эта формула последняя, да, для того, чтобы находить косинус угла между векторами. Так, Пипин, те, что я хотел э, сказать, что ты вот красиво и умно ответил на вопрос, что такое скалярное произведение, да, что это там функция, отображающая. Э, Почему-то не можешь сказать, что тогда векторное произведение, но. Как бы тоже что-то куда-то отображает. Просто оно отображает э, из множества векторов не вещественное число, да, а в множество в элемент из множества векторов. Так. Ну, в целом, да. Короче, что мы делаем? Нам надо. В нашей задаче найти было. Вот там, да, вверх листаем. Задача была какая? Найти угол между прямыми B1M и AD. Мы занялись тем, что нашли координаты этих векторов. Вот у нас одна, один вектор, вот у нас другой вектор. Потом еще потренировались находить длины этих векторов. А теперь, наконец-то, займемся тем, чтобы написать, что косинус угла между B1M и AD равен. Так, ну давайте я тут, чтобы все влезло, еще раз перепишу. Координаты векторов... Координаты векторов... Что там было? 10, 5, 0. Нет, надо проверить. 10 5 минус 10 а, по 1 потому что да, вот так и вектор а.д. у нас был простой 0 10 0 мы берем x умножаем на x значит 10 умножили на 0 плюс 5 умножили на 10 угу. плюс минус 10 умножили на 0 ну, соответственно, это 0, это 0, а здесь сверху получается 50. Снизу стоят длины векторов, но мы их считали с вами до этого. Да? У одного длина 15, у второго длина 10. Итого у нас получается 50 делить на 150, получается 1 третья. Прикольно, нашли, что косинус угла между векторами это то а в ответ задачи да, нам же нужен сам угол. То есть альфа, это угол между B1M и AD. Мы хотим всегда писать такую Замечательную штуку, как аркосинус. Аркосинус того, что у нас получилось, без всяких два пика, Pn. У нас нет тригонометрии. У нас обычная геометрия. Нам нужен первый попавшийся острый угол, который находится с помощью аркосинуса. Угу. Так. Вроде почти все, да. Я вам предлагаю начинать считать, и нач -нач начинать и заканчивать считать <сих> тут второй вопрос, да, вот этот есть. Вопрос под пунктом Б найти угол между прямыми АС1 и Б1Д. АС1 и Б1Д. Так, я сейчас вот тут место освобожу. А, в общем, кто найдет в чат, обязательно пишите, что у вас получилось там столько-то. Вот, и, а я еще какие-то мысли порассказываю. Так, мысли какие? Ну, вот, надо понимать, чем отличается угол между векторами и угол между прямыми. То есть вектора, они как бы, как будто их перенесли в одну точку, и угол между ними. Зачем? Может так получиться, что пока мы считали вот это по этой формуле косинус, у нас сверху получилось что-нибудь отрицательное. Потому что сверху вот здесь в числителе стоит э, скалярное произведение. Да, мы его посчитали за счет координат. И само скалярное произведение может быть отрицательным. И тогда получается, что косинус у нас угла между векторами отрицательный. И если в задаче просят именно найти угол, угол между векторами, тогда мы пишем, ага, косинус получился равен минус 1 второй. И мы такие, угу, надо написать в ответ типа 120 градусов, да, но либо мы знаем, ну, как бы если 1 вторая, то знаем, что за угол, а если там минус 1 третья, написали бы аркосинус минус 1 третий. Но большинство задач в стереометрии, они не про вектора, а про прямые. А про прямые надо понимать, что угол между прямыми, он всегда берется острый, так договорились. И если вы вдруг насчитали так, что у вас косинус отрицательный, значит вы нашли угол между прямыми, но он тупой. А надо брать смежный с ним угол. Вот этот там бета, да. И как бы как, как нам это все брать? Да, у нас получилось какое-то кривое значение. Минус 1 вторая это замечательно, могло получиться минус 1 минус третья. Тогда все очень просто. Мы как бы угол между прямыми, мы сверху тут ставим модуль, по факту просто не учитываем знак. Получилось минус, значит пишем аркосинус уже не от минус 1 трети, а от просто 1 трети. И таким образом учитываем, что мы берем угол смежный. Я вам напоминаю, что у смежных углов, например, 120 градусов, 60 градусов, косинусы друг другу равны, как раз отличаются только знаком. Так, в общем, если мы находим угол между прямыми, Давайте я какой-нибудь пролистаю. То вот в этой формуле сверху должен добавляться, ну, как бы это вот обычная, наиболее типичная задача, найти угол между прямыми. В формуле должен стоять знак модуля. И, и все. Так. А, вот. вы тем временем что там считаете? Это АС1, АС1 и Б1Д. А, давайте надо как-то в чат написать что-нибудь, какие-нибудь промежуточные результаты, что у вас получилось. Например, получились координаты вектора АС1, вы их набрали. Получились координаты вектора B1, D, вы их набрали. Длина получилась у вектора, вы ее тоже в чат написали. Таким образом, считать надо будет меньше. Так, ну ac 1 вектор должен быть какой? Минус 10, 10, 10. Вроде так. А BD1. B1D b1d это значит 10 минус 10 нет тоже плюс 10 плюс 10 а тут минус 10 так если я посчитав координаты вектора у меня ошибся вы мне об этом говорите так Ну, либо все так совпадает, а вы там какой-нибудь плюсик в чат ставите. Да. Что еще нам надо? Нам нужны. Ну, в принципе, можно брать уже все. Сразу брать формулу, косинус там угла бета. Назвать, что это бета это угол между одним и вторым вектором. И считать это, через формулу просто соберем, подставляем. Да? 10 минус 10 на 10 это минус 100, плюс 10 на 10 плюс 100. Минус 10 на 10 минус 100. Ну, замечательно. Здесь стоит длина одного вектора. Вот я к тому, что можно длину считать отдельно, можно считать ее. По ходу дела. Да? У нас тут вот минус 10 в квадрате, плюс 10 в квадрате, плюс 10 в квадрате. Корень из 300 это 10 корней из 3. Один вектор такой, и второй вектор точно такая же. У него длина, да, там тоже минус, неважно, где-то, минусы десятки. Длина одного вектора 10 корней из 3, длина второго вектора 10 корней из трех. Окей, okay. ага. Uh -huh. Значит, здесь 10 корней из 3. умножить на 10 корней из 3. И что у нас получается? Здесь получилось минус 100, а здесь получилось 100 умножить на 3. Ну, вот возникла ситуация, что минус 1 третья. И тогда вопрос был, найдите угол между прямыми. В ответ мы пишем арк косинус просто 1 третья, уже без всяких знаков минус. Ну, либо... Можно еще заранее было подготовиться, вот сюда поставить модуль, тогда здесь получить плюс 1 треть, в ответ написать все равно арку. Да, вот так, наверное, лучше с модулем, просто писать всегда и везде. И в ответ написать аркосин с 1 третьим. Так, мне от вас нужно какое-нибудь подтверждение, что вы насчитали то же самое, у вас получилось 1 третья, там минус 1 третья, и в целом все окей. И можно двигаться дальше. Либо какой-нибудь вопрос, уточняющий там. Не получилось посчитать координаты вектора. Не знаем, что куда подставлять. Ну, любой вопрос. Надо задать, если он есть. Так, ну это пока. Пока... пока. Вот смотрите, это вот мы сейчас дошли. Вот где красным цветом выделено угол между прямыми. Вот на этом заканчиваются знания, которые вам дают в школе. Метод координат в школе на этом примерно и заканчивается. То есть. Э, ну, как бы. Но ну, на самом деле, не так, что, да, совсем бесполезно. Это довольно частая задача. Найти угол между прямыми. Вот, не знаю. Открывайте сборник Ясенька, любую страницу, где есть номер по стереометрии. Смотрите, ага, там пункт А. Найдите угол между прямыми. Найдите угол между прямыми и так далее. То есть, довольно часто. Этого хватит, чтобы просто решить пункт А. Вы должны взять фигуру, правильно ввести в ней систему координат, подписать координаты точек. Иногда это будет не очень просто сделать, но, скорее всего, вы справитесь. И посчитать, вот, взять формулу, посчитать вектора, все подставить, написать в ответ аркосинус. Как бы очень неплохо за один балл. Вот. Но мы идем дальше. То есть так мы можем делать только когда угол между прямой и прямой. А теперь мы... Все, сильно усложняем. Сейчас, как мы это усложняем? Мы вот это все стираем, и у нас начинается разговор э -э, про уравнение плоскости. Сейчас, так. Прям можно себе, не знаю, открыть там новый лист в тетради, большими буквами сверху написать уравнение плоскости. На какой-нибудь вам вопрос придумать. Вот уравнение плоскости мы, наверное, первый раз видим, да, такую фразу. А вот уравнение чего, чего-нибудь, уравнение чего-нибудь было у нас в школе? Вот уравнение чего вам встречалось? Точно, точно встречалось. Есть мысли? Я помню, что у стрима задержка, поэтому. Прямой. Отлично, да. У нас есть уравнение прямой. Y равно kx плюс b. Так, что еще? О, уравнение гипотенузы. Нет, что такое такого уровень не знаю. Ну, наверняка его можно написать, но конкретно фразы такой нет. А, вот прямой мне нравится, да? Y равно kx плюс b вот для нашего обсуждения как раз пойдет. То есть, типа, как у нас еще уравнение прямой работает, то есть для плоскости, да, на плоскости есть точки, у точек есть координаты x, y. И вот некоторая мысль в том, что если точка лежит на прямой, да, у нее координаты x, y подходят в это уравнение прямой. Да? например, мы какую-нибудь возьмем прямую, там 2x плюс 1, возьмем точку 1, 3, такие, ага, вместо x единичка, вместо y 3, 3 равно 2 плюс 1, типа верно, да, 3 равно 3, верно. Да, если координаты точки подходит в уравнение прямой, значит точка на прямой живет. А если мы возьмем какую-нибудь точку там 1, 4, у нас получится что-нибудь типа 3 равно 4. Да? 4 равно 3. Нет, не равно. Раз у нас координаты точки в уравнении прямой не подходят, значит точка на прямой не живет. Ну вот, собственно, ровно это у нас происходит э, только с плоскостью. В уравнение плоскости задается в общем виде вот такой вот длинной фразой ax плюс by плюс cz плюс d равно нулю. А, b, c и d это некоторые коэффициенты, которые мы в идеале хотим вообще в итоге знать. А, ну вот у нас сейчас x минус y минус 3z минус 5 x минус y минус 3z минус 5 равно 0. Ну, для примера мы будем обсуждать вот какую-то плоскость, которая задана таким вот уравнением. Ну, становится, наверное, понятно, да, что коэффициенты могут быть отрицательные, могут, могут быть вообще каких-то коэффициентов, может не быть. Вполне такое часто бывает, да, вот могло бы быть, не быть y, вот была бы плоскость x, все, плюс 0 умножить на y, минус 3z, минус 5 равно 0. То есть, ну, коэффициенты, они на то и коэффициенты, что они могут быть разными числами. Вот, но мы смотрим все-таки на вот такой вариант плоскости, понимаем, что здесь a равно единичке, b минус единичка, c минус 3 и d минус 5. Окей, пожалуйста. И главное, что позволяет нам делать уравнение плоскости, опять же, отвечать на вопрос, лежит ли некоторая точка в этой плоскости или нет. А у точки нынче теперь есть три координаты x, y, z. И в примере, который тут в задании обсуждается, что мы проверяем, лежит ли в этой плоскости точка m. Точка m на нашем чертеже 10, 5, 0. Да, вот, проверяем, живет ли точка m со своими такими координатами в плоскости, которая сейчас в рамочку обведена. Мы не знаем, что это за плоскость, как она выглядит, есть только от нее уравнение. Ну, мы берем, вместо x подставили, вместо y подставили, вместо z подставили. Человек 10, минус 5, минус 3 умножить на 0, минус 5, равно 0. Вроде получается 10 минус 10 это 0, 0 равно 0. Окей, значит, точка m принадлежит этой некоторой непонятной плоскости альфа. Угу. Хорошо, берем какую-нибудь другую точку d1. В задании, там, по-моему, d1 берется, да? У нее координаты 10, 10, 10, да? Берем ее координаты 10, минус 10, минус 3 умножить на 10, минус 5. У нас получается какая-то ерунда. 10, минус 10, 0, и осталось минус 35, равно 0. Да? Не равно. Значит, точка d1 этой некоторой абстрактной плоскости альфа не принадлежит. Пока несложно. Просто бывают уравнения плоскости которая позволяет проверять, принадлежит ли точка этой плоскости или не принадлежит. Вот. А дальше. Дальше предстоит самое сложное. Мы хотим, ну как бы, тут надо вас немного обнадежить перед тем, как нам надо пройти довольно длинный, сложный путь. То есть, смотрите, мы сейчас дальше будем... прям долго, я не знаю, полчаса или час заниматься тем, чтобы находить уравнение плоскостей. Вот видите задание. Найдите уравнение плоскости такой-то, найдите уравнение плоскости такой-то, найдите такой то Потому что это прям вот наибольшая часть задачи, если вы взялись задачу, решать с помощью метода координат. Это там, наиболее сложная и объемная и долгая часть решения задачи найти уравнение плоскости, которая вам нужна. Да? А после того, как эта задача ну, уравнение уже вот в каком-то таком виде написано. Дальше нам остается там буквально применить одну формулу и ответить на любой из вопросов. Найти угол между прямой плоскостью, найти угол между двумя плоскостями, найти угол, найти не угол, найти расстояние точки до плоскости. То есть вот это три ну, задачки 5, 6, 7. Это как раз типичные формулировки заданий в ЕГЭ. Да? Найдите угол между двумя плоскостями. Вот. А чтобы отвечать на эти вопросы, нам нужны будут формулы. Но прежде всего мы хотим научиться составлять вот эти уравнения плоскостей пользуясь тем, что плоскость обычно задается тремя точками. Вот. Но вот это вот нам надо учиться делать. Значит... О, как вам? Перспектива. Значит, что мы делаем? Ну, у нас вот сейчас... минута на подготовку чтобы потом было все быстро так вот так значит задача задача называется номер 4 под буквой а мы хотим найти уравнение плоскости. Плоскость у нас будет B1CM. Первая плоскость, которая нужна. Да, Уфчик, все правильно у тебя предположение. Ну, вот, типа, прям так и получается. Так, вот, действительно, мы берем три точки. Только я вот прям советую вот так вот делать наиболее подробно писать, чтобы не допускать, опять же, ошибок из-за невнимательности либо арифметических ошибок. Нам нужна точка B1. Смотрим на чертеж. Да, я вот сейчас не буду мотать вверх-вниз туда-сюда. Я в голове помню чертеж, а у вас он в тетрадке нарисован. Если на другой странице, надо на него постоянно заглядывать. То есть точка B1, у нее координаты 0, 0, 10. Написали координаты точки этой. У точки C координаты 0, 10, 0. И у точки M координаты 10, 5, 0. Дальше мысль какая, что как раз уравнение плоскости, оно вот такого, как написано синим цветом. То есть мы не знаем коэффициенты А, Б, С, Д, но точно знаем, что наши три точки живут в этой плоскости. Да? Значит, если эти точки наши подставить в общий вид уравнения плоскости, то должны получаться верные равенства. Но мы берем, подставляем, пишем. Но ну только А мы не знаем, да, мы пишем. А умножить на 0, Б умножить на 0, плюс С умножить на 10, плюс D, которое мы не знаем, равно 0. Да? То есть вот это x, это y, это z, вот мы подставили x сюда, y x сюда, z сюда и думаем, что a, b, c, d мы как раз пока не знаем. Таким образом у нас сейчас получится система про a, b, c, d. Да, и делаем систему для коэффициентов a, b, c, d. Ну вот у нас это и получается. А умножить на 0 плюс b умножить на 10. Ну немножко не по-русски, да. b умножить на 10 можно по-русски писать 10b. Ну это не очень принципиально. c умножить на 0 плюс d. Если где-то 0, ну можно, когда все понимаете, не писать, пока я вот именно пишу, что c умножить на 0. Да, и здесь у нас получается 10а плюс 5b uh, плюс 0c. Да, этого нету. Плюс d равно 0. Вот. Получается система. Теперь вопрос еще для знатоков в чате. Всех, кто любит подумать. Что-то в этой системе необычно есть. Немножко. То, что. 11 класс система уравнений вроде не удивить, но что-то здесь не так. А у нас есть как бы А, C, D это типа неизвестные. Их 4 штуки. А уравнений у нас написано 3 штуки. И вот это некоторый парадокс. То, что мы хотим найти 4 неизвестных, пользуясь тремя системами. Обычно там 3 неизвестных, 3 уравнения. А если не так, то вот что-то что не так. Это может на первый, первый раз смутить, и поэтому в этом, вот, примерно в этот момент появляется еще множество способов решать метод координат, разными способами находить уравнение плоскостей, конкретно разными способами решать системы. Вот. Где-нибудь вы встретите еще там другие объяснения, кто-то учит так, кто-то учит так. Я вам вот рассказываю один из способов это делать, можно делать по-другому, я рассказываю так делаю сам и думаю что проще всего вам понять то есть несмотря на то что у нас 4 переменных 3 строчки мы занимаемся типа очень простым действием мы хотим чтобы три буквы были выражены через четвертую букву ну по факту это значит что чаще всего мы хотим ABC выразить через d но не всегда не всегда это у нас будет дальше ситуация а пока все честно да у нас вот это 0 это 0 с первой строчки c плюс 10d равно нулю. Значит, мы можем d перенести вправо и на десятку поделить. И сказать, что c равно минус d делить на 10. Если нам удалось какой-нибудь коэффициент a, b, c, d выразить, мы вот так берем в кружочек обводим для себя, что угу, вот, значит, c мы выразили. Из второй строчки явно мы можем повторить фокус, да, b написать. d переносим вправо, становится минус d, поделили на 10. Минус d делить на 10. Тоже получилось, обвели. Вот. Ну, а в последней строчке мы в одно действие сделать не можем. У нас тут вот есть А, есть Б и есть Д. Но поскольку Б уже мы выразили, мы этим пользуемся. Подставляем сюда, переписываем третью строчку заново. 10А плюс 5 умножить на минус Д делить на 10 плюс Д равно 0. Ну и вот, вот в этот момент надо все считать аккуратно. 5 десятых это 1 вторая, только знак минус у нас получился. да? Значит, минус Д делить пополам. Тут надо все не обсчитаться. Опять же, сложить минус d пополам плюс d. Тут, например, домножить. Там минус d пополам, плюс 2 вторых d. Получается плюс d пополам. 10а плюс d пополам равно 0. Можно. Ну, это вот в зависимости от того, кто насколько уверен в своих подсчетах в уме, можно какие-то из этих строчек пропускать. Ну и все заканчивается тем, что мы выражаем. А, получается минус d делить на 20. Да, вот мы тут делим еще на десяточку. Получается, что мы еще букву А выразили. А, да, ЕНР, я вот расстроен тем, что ты опоз... опоздал. Акисан, спасибо. Так, ну и вот что мы сделали. Мы выразили, ну, ЕНР, можешь присоединяться. Тут. Или отмотать буквально минут на, сколько, 10 назад, включить удвоенную скорость и догнать. Вот так будет, типа, прям полезно. Да, вот с момента, как мы учимся находить уравнение плоскости, вот с этого момента надо выникать и считать. Что, выразили а, б, ц, д. А дальше что делать? Дальше мы берем то, что выражали, его в кружочке для себя обвели, берем, подставляем в общий вид уравнения плоскости. Еще раз напоминаю, общий вид это вот так вот. Да? Но мы вот, например, выразили букву а, значит, стоп. Вместо буквы а пишем минус d делить на 20. Х. Да, вот это а, вот это х. Дальше, вместо b у нас минус d делить на 10. Y. Вот это b минус d делить на 10, это коэффициент c умножить на z, плюс d равно нулю. Так, а дальше совсем магия. Смотрите, у нас везде написан коэффициент d. И пара попам мы берем и от него избавляемся. Просто берем все выражение, делим на d. У нас остается минус 1 двадцатая x, минус 1 десятая y, минус 1 десятая z, плюс 1 равно нулю. Все, по факту уравнение плоскости готово, можно его в таком виде и оставить. Но для красоты обычно еще типа аля, умножают на общий знаменатель, чтобы у нас не было дробей, а было ровненько в строчку выражения. Но вот конкретно здесь надо подумать, придумать, что хорошо все будет выглядеть, если все умножим на минус 20. Да, это же просто равенство уравнения, которое можно на что угодно домножать. У нас тогда здесь минус 20 сократится, останется просто x. Здесь станет знак плюс и станет двойка. Здесь станет на плюс двойка. И вот так. Равно нулю. И вот это вот уравнение плоскости. Уравнение плоскости. Плоскость какая у нас там была? B1CM. Вот. Я вам советую так подписать. И уравнение плоскости нам еще дальше понадобится. Так. Можно сейчас задать какой-нибудь вопрос. Или сказать, что все там понятно или непонятно. То есть берем точки. Сначала ABCD не знаем, знаем точки. Точки подставляем, получается система. Из этой системы мы ее стараемся решать так, чтобы C выразить через D. Если у нас это получается, это довольно сложно иногда бывает. Получается, получается, получается. Потом то, что мы выражали, подставляем в общий вид. И теперь уже считаем, что x, y, z как раз это некоторые переменные. А вот ABCD, ABC мы заменяли, на D сокращаем, ну и к красивому виду приводим. Вот. Если не хотите вы мне какой-нибудь вопрос написать, тогда мы переходим к следующей плоскости. Следующая плоскость у нас будет А, Б, 1, Д. Да, вот плоскость у нас с тремя точками, в скобках так обычно обозначается. Вот. В целом, когда я веду какие-нибудь, веду или вел занятия, я вот типа первую плоскость показываю, а дальше условно я бы вот была такая возможность. Я бы там, хотел, чтобы кто-нибудь там выходил к доске. По очереди, да, там Ауфчик выходит, находит плоскость А, Б1, Д. Там, там что-нибудь не получается, получается, там задаем уточняющие вопросы. Получилось там следующая плоскость, там следующий человек выходит. Вот. Но поскольку мы на Ютубе тут такой замечательной возможности, как выйти к доске, что-нибудь решить нет я вам все-таки советую прям стараться. Пипин выходит на доске. Стараться как бы вот решать с опережением. То есть здесь а, каждый, каждая следующая плоскость будет чуть-чуть новенькая. Что-нибудь будет как будто не получаться. Надо будет включить свой мозг, подумать, как бы выбраться из этой ситуации. Но в целом по силам вот с этого момента найти уравнение всех плоскостей дальше, которые написаны. Ну, а пока вообще все просто, да, мы берем то есть пишем 10, 0, 0, b1, 0, 0, 10, точка d, 10, 10, 0. Подставляем, получается 10a, да? 10a плюс 0, плюс 0, плюс d равно 0. Так, что-то правильно я все переписал-то. В этих задачах, да, самое опасное что-нибудь переписать неправильно. А, Б1Д, А, Б, Д. Ну ладно. Значит, здесь у нас получается 0 плюс 0 плюс 10C плюс D равно нулю. Здесь получается 10А плюс 10B. А, все, я понял, в чем тут некоторый подвох. Ну, не сильно подвох, равно нулю. Так, ну давай, Аухчик, ты будешь, как будто ты к доске вышел, рассказывать, чему равно А, чему равно С и чему равно Б. А, С и Б. Энди, привет. Так. Да, привет, привет. Так, вот. Ауфчик, все верно, все верно. И тебя вот не смутило, и это правильно, то, что коэффициент b у нас получился равный нулю. А, такие коэффициенты могут быть, постоянно так получается. И наоборот, нас это даже радует, когда у нас какие-то коэффициенты зануляются. Вот то, что написал, подставляем в общий вид уравнения. Да, получается минус 10, минус d делить на 10x. Значит, плюс 0 умножить на y, да, вот это же коэффициент b, он равен нулю, а плюс не плюс а минус d делить на 10 z плюс d равно 0 так в чем должны на d сократить на что-нибудь умножить и в чат написать уравнение плоскости которое у вас теперь получается так инди какой у тебя прогресс этот предсказание не предсказание, мы же не там заточные науки. Какая у тебя будет экстраполяция на следующий семестр? У тебя будет там две-тройки в втором семестре первого курса или там? Когда будет второй семестр, второго курса будет 2-2-2-2. Так, да, ну и поскольку. Так, Ауфчик, это я тебе говорю, да, у нас получается x, да, y-то можно совсем не писать. X плюс z минус 10 равно 0. Обвели, написали, что это такая-то плоскость. Поставили точку, готово. Дальше идем. Дальше у нас плоскость B, B1, D. Угу. Давайте. Точка B. Замечательная точка это наше начало координат. B1. Так, надо мне еще кто-нибудь, чтобы в чате кто-нибудь еще вызвался, кто теперь хочет поотвечать на вопросы. Тут прям усложнение будет некоторое, да? Точка B1 это 0, 0, 10. И точка D это 10, 10, 0. Так. Давай, давай, я думаю, у тебя получится. Так, значит, точки выписали. Подставляем их. И у нас что-то странное происходит, да? 0 а плюс 0B. Плюс 0C, плюс D. Это 0, 0, 0, плюс D равно 0. Значит, во второй строчке 0A, плюс 0B, плюс 10C, плюс D равно 0. Тоже этого нет. И в последней строчке 10A, плюс 10B, плюс 0C, значит, нам не надо, плюс D равно 0. Ну вот мне нужен кто-нибудь из чата, кто сможет сделать какой-нибудь вывод, что у нас тут происходит, как бы... Вот, напоминаю. Общий план у нас какой был? Выразить ABC, ABC через D. Но, но тут что? Тут что-то не так. Да? У нас в самой первой строчке получается результат важный, что D равно нулю. Раз что-то равно 0, мы это можем подставить. Ведь и сюда подставить, и сюда подставить. И... Да, ужчик верно. Вот, типа, вот все так и получается. То есть во второй строчке мы подставили d. У нас получилось 10c плюс 0 равно 0. 10c плюс 0 равно 0. Значит, как бы, ну, что делать-то? Ну и c, значит, тоже равно 0. Тут c равно 0. И вот наш план как бы сломался в том плане, что мы не можем ABC выразить через D, потому что d равно 0. Зато у нас в последней строчке осталось, ну, вот она осталась. Там 10A плюс 10B равно 0. Ну и мы, значит, не расстраиваемся. Наша общая задача как бы не даже теперь мы понимаем, что не все выразить через D, мы просто хотим, чтобы у нас все буквы выражены были через одну букву. То есть мы из этой строчки пишем, что A равно минус B, и это нас вполне устраивает, потому что теперь мы это можем, то, что обведено, подставить уравнение плоскости. Вместо A мы пишем минус B, да, вот это AX, так значит BY, вот B это и есть B, да, вместо C 0, 0Z, вместо D 0, 0 равно нулю. И если раньше мы сокращали на D букву, то теперь мы просто сокращаем на букву B. И, наверное, еще умножаем на минус 1, если нам не нравится, что впереди знак минус. Получается у нас замечательная плоскость x минус y равно 0. А... Пом -пом -пом -пом. Так, а плоскость вращается вокруг прямой или нет? А... Нет, я думаю, что плоскость конкретно этой, да и вообще у нас, вот, типа, что у нас там за плоскость была? B, B1D. B, 1, D. B, B, 1, D. Вот такая вот плоскость. Ее там, при желании можно еще на чертеже отметить, там, штриховкой показать. А, ну, точки зафиксированы, точка, плоскость зафиксирована. Она никуда не вращается. Вот здесь какая-то, ну, типа, по-моему, просто ничего никуда не вращается, у нас все зафиксировано получилось конкретно уровня плоскости. Еще вот здесь интересное наблюдение, которое мы вообще еще в целом хотим делать. Мы хотим постепенно разобраться с вами, за что отвечают коэффициенты A, b, c, d. То есть уравнение плоскости, ну то есть вот типа, когда уравнение прямой, которое вы привели мне, пример, уравнение того, чего вы знаете, да, y равно kx плюс b. Мы в девятом классе разобрались, что там коэффициент k отвечает за наклон прямой, коэффициент b отвечает там, что это куда-то поднято или опущено. Вот здесь как бы похожая несколько картина. Мы хотим понять, за что отвечает ABCD. И вот про букву D можно сделать некоторый вывод. Смотрите, вот у нас в первом и втором примере получалось какое-то D нормальное. Да, там, вот, там D было минус 20 равно. Потом мы что-то еще считали, D было равно минус 10. А вот эта плоскость тут D нет, да, потому что у нас D равно нулю. И вот некоторый вывод в том, что D получилось равно нулю, потому что у нас участвовала точка B начало координат. То есть, когда плоскость проходит через начало координат, неизбежно коэффициент d будет равен нулю, и поэтому можно как будто так сказать, что d это такой параметр, который отвечает за то, насколько далеко плоскость от начала координат. Не то, чтобы это как-то очень полезно, но вот надо понимать, что если она проходит через начало координат, то коэффициент d равен нулю. Салават, привет. Я каждый раз про тебя думаю, честно, даже несколько раз на неделю. Так. А, дальше. Дальше. У нас идет пункт D. У нас там сразу целых три плоскости. Но мы начнем с плоскости ABC. Там сначала плоскость ABC, потом плоскость B, B1C, и потом плоскость A, B, B1. Но пока у нас подход простой, да, мы честно берем и выписываем точки. Значит, в точке А у нас 10, 0, 0. В точке B там вообще все по нулям. И в точке C у нас 0, 10, 0. Ну и тут вроде как бы... Ауфчик, давай, на тебя вся надежда. Что ты мне расскажешь свой вывод, что у тебя получается с плоскостью ABC. У меня дела хорошо, только прям очень много работы. Я прям не знаю, куда мне бежать. По -по 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 Пом, есть, кстати, уравнение плоскости, вот такое равно один в отрезках. Нет, но ну, если бы мы были на экзамене, вот я не знаю, который в первую сессию или во вторую сессию, то это как бы вообще типичный вопрос. Там, назовите все способы задать плоскость. Это, это как бы не единственный способ, да. Угу. Да. И прямую, вот еще как прямую задать в пространстве, это вообще некоторые квест. Но пока для 11 класса нас все устраивает. Так, что у нас тут получается? 10, 10x 10 плюс 0 плюс 0 плюс d равно 0. Ну вот во второй строчке явно у нас опять получается начало координат попало. Значит, отсюда мы сразу сделаем вывод, что d равно 0. А здесь будет 0 плюс 10y. Ой, y что-то я не то пишу, да? Вот тут А, тут А, а тут B. Заболтали меня первые и второкурсники. Так, плюс 0 плюс d равно нулю. Так, а уфчик ну начал есть мысли? А, есть, есть. Да, d равно нулю, а равно да, вот, нулю. Да, мы можем сначала как бы вот так сделать, потом посмотреть на вторую строчку, подставить, получается, что а равно нулю тоже. d равно нулю, а равно нулю. И тут вроде как и, и b равно нулю. И, и что же делать нам тогда? У нас все равно нулю. Это что же за плоскость такая? Что же за плоскость такая, если все равно нулю? Да? Но как бы надо проявить свою наблюдательность и сказать, что нулю равно все, но не все. У нас плоскость ax плюс by плюс cz плюс d равно нулю. Это 0, это 0, это 0. А вот про букву c это мы ничего не знаем. Значит, у нас как бы и осталось от уравнения плоскости cz равно нулю, которое мы успешно сократим на букву c, и останется замечательная плоскость, которая задается своим уравнением z равно нулю. И действительно, у нас же плоскость ABC, мы смотрим на картинку, что за плоскость ABC такая. Да? ABC это плоскость основания. То есть это плоскость, о, X, Y, да, вот это горизонтальная, где ось X, ось Y и начало координат плоскость основания фигуры. И типа условия, что некоторая точка живет вот в плоскости основания, оно в чем заключается? Да, у нее X, Y могут быть любые координаты. Нам главное, чтобы точка вверх-вниз никуда не двигалась. То есть у нее по вертикали должен, должен быть нолик. Ну вот все, Z равно нулю, Значит, точка лежит в плоскости основания. Если z нулю не равно, значит не лежит. А на x, y никаких ограничений не накладывается. Вот. И если это все обо всем этом подумать, то можно ответ на следующий вопрос. Следующий вопрос у нас плоскость BB1C. BB1C. Смотрим опять, перелистываем чертеж. Плоскость теперь нам нужна BB1C. B, B1, C. Это у нас вот задняя стенка нашего куба. Оранжевым цветом я ее сейчас выделил. То есть это плоскость O, Y, Z. И как бы нам теперь сказать, каким уравнением задается задняя стенка куба? Угу. То есть можно это как бы сделать, не записывая систему, вот это все выражение, сокращение, просто пристальным взглядом смотрим, на чертеж и говорим ответ. Х равно нулю, верно, верно, верно. Вот таувчик, жалко, что ты один, этот три студента в чате еще некоторое количество одиннадцатиклассников, которые почему-то молчат, а должны, наоборот, у Лобка сейчас неправильная версия, это было бы хорошо, у нас было бы что-нибудь обсудить. А так АУфчик написал правильный ответ, АУфчик, безусловно, молодец, но обсуждать нечего, типа, всем все понятно, значит, да? Действительно, плоскость BB1C, это значит X равен 0, и последняя плоскость, какая там, вот это ABB1, b 1 ну, у меня уже цвета закончились, чертеж совсем испортился, да, если мы возьмем плоскость А, Б, 1 вот это будет стеночка, то поймем, что эта плоскость совпадает, значит, с О, Z, и для нее уравнение, видимо, Y равно нулю, да, чтобы какая-нибудь точка лежала вот в этой левой стенке, у нее Y координата должна быть равна нулю, ее вправо-влево точку не должны никуда двигать. И очень удобно, и по факту, ну, самое полезное, на самом деле, это, конечно, именно плоскость основания, потому что она чаще всего в разных задачах участвует, и надо понимать, что, ну, как бы, опять же, можно вот экономить время, не, то есть надо и знать, как вот это получилось вот таким вот способом, и когда у вас времени на экзамене будет девать некуда, вы вот что-нибудь подобное напишите, и получится, что уравнение основания равно, z равно нулю. Но если мы торопимся и хотим решить как-то быстро, мы, как бы, начиная решать задачу методом координат, когда систему координат вводим, понимаем, что уравнение основания фигуры всегда будет z равно нулю. этим можно как бы сразу пользоваться. И, там, например, у нас там две плоскости задачи участвуют. Одна основание, вторая какая-нибудь там наклонная плоскость. У нас пол задачи мы уже решили просто, просто сказав, что z равно нулю. Да, в вектор я бы сказал, это не просто отрезок, это направленный отрезок, для которого указали начало и конец. Да, так лучше. Так, что у нас? А, ну и последняя. Последняя тоже. The last, but not least. Плоскость B1ME. B1ME последнее уравнение плоскости, которое нам сегодня надо. Надо немножко будет попотеть. B1ME. Так, надо написать все точки. B1 это значит 0, 0, 10. 10, 5, 0. А точка E надо про нее вспоминать. Она, по-моему, вот такая. 10, да? 10 и 4 вверх было. Проверьте меня, что все действительно так. Ну и пока... Все, ну, вот тут все, все честно. Как мы все делали, так все и получается. Да, вот у нас получается 10c плюс d равно 0. 10a плюс 5b плюс d равно нулю, 10а плюс 10b плюс 4c плюс d равно нулю. Так, план старый. А, Б, С выразить через d. С первой строчки понятно. С равно минус d на а, минус d на 10. Буква С выражена. А вот дальше есть некоторая проблема. То есть там забегая несколько вперед, можно сказать, что еще уравнения можно там складывать, вычитать друг с другом, но это не сильно помогает. Ну, то есть помогает, но это не решает всех проблем. То есть главная мысль в чем, да, что вот сейчас не получается вторая, третья строчка сразу что-то выразить и получить как бы результат. То есть надо делать будет несколько таких этапов. Что мы, допустим, отсюда напишем, что 10а равно минус 5b минус d. То есть выразим как бы букву А. Можем прям выразить вот в таком виде еще на десяточку поделить. Минус 5b, минус d равно 0. То есть мы выразили a, а, ну, только не обводим, наверное, просто, да. a а выражено через b и d. И теперь, когда мы а выразили, мы его подставляем сюда. 10 умножить на минус 5b, минус d делить на 10. 10 и 10 сократились. Плюс 10b, плюс 4c. Вместо c -шки подставляем минус d делить на 10, раз она у нас выражена раньше. Равно нулю. У нас осталась строчка, в которой есть только b и d. b и d. Значит, мы с этой строчкой справимся. У нас минус 5b, минус d, плюс 10b, минус, эм, ну не знаю, вот так можно писать 0,4d, плюс d. Посчитать тут все надо. Равно нулю. Минус 5 плюс 10, это 5. B равно 0,4D. Да, вроде ничего не, не запуталось. И теперь B равно, ну, тут мы опять вспомним, что 4 десятых, это, это вот так. 4 десятых, 2 пятых. Короче, тут не очень даже важно, да, какими десятичными дробями, обычными дробями. Мы делим все на 5, получается, по-моему, 2,25D. Вот, мысль в чем, что мы долго пытались в итоге получилось выразить букву B через D. Теперь мы возвращаемся обратно для того, чтобы еще у нас А было выражено только через, только через D. То есть получается 2 двадцать вот сюда вместо B подставляем. Минус 5 на 25 сокращается. Получается минус 2 пятых D. Минус D разделить на 10. Опять же, ну как, что-то тут надо считать. Да? 2 пятых, 5 пятых это 7 пятых со знаком минус 7 пятых, минус 7 пятидесятых, D. И вот так. И только после всех длительных мучений у нас останется, мы C выразили, А в итоге смогли выразить и B смогли выразить. И я даже у меня вот сейчас... Тут, ой. Электронный листок закончился То есть дальше После того, как ABC выразили У нас действие это осталось Которое мы раньше знаем Мы все подставляем в общий вид уравнения плоскости Там на букву D сокращаем До общего знаменателя домножаем Получаем уравнение плоскости Типа успех Вот Но зачем нам нужен этот пример? Для того, чтобы мы подумали Про то, как мы будем дальше задачи решать То есть сейчас еще вот Ну как бы уже много подсчетов, есть в чем запутаться. А у нас всего-то, вот что усложнилось по сравнению с предыдущими задачами. У нас вот вторая и третья строчка, в них присутствуют координаты. Да? Вот у точки М две координаты, у точки Е e все три координаты присутствуют. А теперь вообразите себе такую ситуацию, что наиболее плохой случай, который у вас в задаче может быть, это когда у плоскость три точки, и у каждой из точек есть все три координаты. Да? Ну, они как бы, координаты-то, понятно, и так есть, но вот они типа не нули да, у нас там, вот тут было бы написано там 2, 3, 10 А тут 10, 5, 4 А тут 10, 10, 4 И тогда вот получается совсем сильно бардак У нас получается система уравнений реально там 3 на 3 на 3 на 3 И нам надо очень много преобразований делать Нам надо с первой строчки выражать А Оно зависит от B, C и D Подставлять во вторую в третью там остается уравнение с B, C, D. B, C, D, B, C, D. Потом выражать, допустим, B через C и D, подставлять в третью строчку, там остается уравнение с C, D. Наконец у нас C выражается через D, и мы обратно по цепочке C выразили, подставляем обратно там, где было B. B выразили теперь только через D, подставляем все в самое начало, где A. Короче, надо все вот это все вообразить и подумать, что вот это вот очень тяжело и затратно, и беда. То есть если у нас у всех трех точек есть координаты, то, ну, как бы настойчиво решая сделать получится, но это долго, сложно, и можно вот в почетах ошибиться. А, да, тут начинаются советы от всяких, всяких разных а, перво второкурсников про то, как они модными способами умеют решать системы. Но я бы вам для ЕГЭ вот, и для решения задачи по стереометрии, методом координат, что надо понимать. Что когда у точки. Координаты все не нулевые, как вот точка Е e, это для нас с точки зрения метода координат плохо. Поэтому когда-нибудь, когда мы будем с вами такие задачи разбирать, мы будем обсуждать идею, что мы хотим вводить систему координат так, чтобы у точек было как можно больше нулей в координатах. То есть мы не будем, как попало, там, нарисовали там куб, и там вот нарисовали систему координат. То есть конкретно в этом номере, например, что можно было бы сделать, то есть вот э, ну хотя бы вот фигуру повернуть. То есть, чтобы у нас э, не точка B была началом координат, а точка D была началом координат. Куб просто вот так вот повернуть, да, у нас все будет замечательно. Просто вот тут будет точка D, вот тут будет точка А, вот тут точка С, вот тут точка Б. И это приведет к тому, что у точки Е e две координаты из трех занулится это станет как бы лучше. И вот всякие такие ходы, что мы хотим фигуру повернуть, систему координат куда-нибудь передвинуть. И все это ради того, чтобы у нас у точек, которые нам нужны, было как можно больше нулей в координатах, тогда задача легко решается. А если как бы делать систему координат как попало, то потом будет куча проблем. Пух. Вот, но ну, это мысль на будущее, что вот как бы если никак не готовится, то вот будет получаться что-то подобное, в целом решаемое, но Сами можете оценить. Я, я вполне могу подумать, что есть в чате комментарий, который скажет, а, что-то такого. Ну, написали 10 строчек, не запутались нормально. Вот есть. Ну, это. Вообще есть, да. Можно еще сделать некоторую отсылку, что в целом есть. Как часть метода координат есть подход, что уравнение плоскости мы составляем за счет того, что изучаем, что такое определитель матрицы. Поскольку матрицы в школе вы не проходили, то кого-нибудь это сильно пугает. Ничего там, конечно, страшного нет, но и делать на экзамене самое важное, что так можно. Но я бы вот все-таки советовал, ну как, я вот предлагаю каким-то обычными способами, которые вам в школе известны, что мы методом подстановки решаем систему. Если вы вообще бесстрашные, как бы. Хотите изучить, что такое матрица, как найти определитель матрицы, как определитель матрицы 3 на 3 посчитать в одну формулу, то окей, годится, так сделать можно. Ну, результат тот же самый, что после всех преобразований мы хотим а, получить уравнение плоскости. А, ну, я скажу тебе, что тут прям никакого риска нет. То есть, вот смотри, на самом деле, то, что мы сейчас делаем, <laughs> если бы риск был, то это тоже был бы риск, потому что уравнение плоскости в школе не проходят. Это программа первого курса. Но поскольку это математика, как бы нельзя вот взять и там, конечно, раз что-то не прошли в школе, то это там неправда. Так не работает, да? То есть ты на ЕГЭ можешь пользоваться любыми теоремами, признаками, свойствами свойствами, вообще чем угодно, формулами, которые есть в учебниках, которые одобрены Министерством образования бесспорный факт есть в том, что есть школы, в которых метод координат проходит в полном объеме в 10-11 классе. И для них есть учебники, которые одобрены Министерством образования. Поэтому любой 11 классник на экзамене может пользоваться методом координат. Ну и то же самое можно сказать было про матрицы. Точно есть школы, в которых там, не знаю, в пятом классе проходят не знаю, программу пятого курса. Ну, такое бывает. И Поэтому, грубо говоря, можно пользоваться любой математикой, которая тебе доступна для того, чтобы задачу решить. И очень маловероятно, что тебе удастся вот, типа, настолько в дебри залезть, что ты используешь какую-то теорему, которая вот, ее реально нет в списке Министерства образования. Фух. Так, ладно, мы с вами пробрались против, сквозь основную часть сложного рассуждения. Теперь мы дошли, вот, вот дошли мы сюда. Нам надо воспользоваться нашими плодами, плодами наших расчетов, решить задачу 5.6.7. 6, 7. В задаче номер 5 нужно найти угол между прямой BD1 и плоскостью B1CM. То есть давайте общая задача, как звучит угол между прямой и плоскостью прямой и плоскостью. Тут надо чуть-чуть вас все-таки поспрашивать, как вы обычную стереометрию в школе проходили. Да, вот пока забыли на секунду про метод корня. Что такое угол между прямой и плоскостью, как его найти? Да, есть плоскость. А есть некоторая прямая, которая явно эту плоскость пересекает в некоторой точке. Да, вот так. Прямая B плоскость альфа, как найти угол между прямой и плоскостью? Вот. Правильный ответ, что это угол между прямой и ее проекцией. не 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 То есть мы хотим вот так опускать там проекцию, говорить, что ага, вот это вот называется там b1, это проекция, вот этот угол альф, нет, альф уже занята. угол гамма, это искомый угол, который мы хотим написать в ответ. Так, теперь. А теперь у нас есть что? Ну, Прямую мы явно зададим вектор. Да? Прямая там какая-нибудь AB, вектор AB берем, значит прямая задается вектором. Плоскость мы ее научились задавать уравнением плоскости. И вот новый фокус, который я вам сообщаю, что для плоскости есть такое понятие как нар нормаль. Нормаль это вектор, который направлен нормально, то есть перпендикулярно плоскости. А, соответственно, можно в любом месте нарисовать вектор n, который называется нормальным, образует прямой угол с плоскостью, то есть перпендикулярен любой прямой, которая в плоскости лежит. Короче, есть такая штука нормаль. И когда у нас есть уравнение плоскости, нормаль ⁇ это вектор, у которого координаты A, B, C. Очень удобно. То есть, а теперь как мы это в задаче можем применить? Вот нормаль можно нарисовать в любом месте, в том числе вот в точке какой-то b, в которой наша прямая пересекла, давайте не b, какая-нибудь точка, точка, точка p. Прямая b пересеклась с плоскостью, да? в этом месте нарисовали нормаль. Мы помним, что из-за метода координат мы умеем находить угол между, прямой, между прямыми, между двумя векторами. То есть у нас сейчас есть вектор n, есть вектор b пользуясь всеми доступными нам формулами, мы легко можем посчитать вот этот вот синий угол, синий угол какой-нибудь, как он будет называться, угол бета. Да? Угол бета, косинус угла бета, он рассчитывается по формуле. Сверху мы хотим найти скалярное произведение векторов, снизу разделить на длину вектора нормали, разделить на длину вектора b. Да, это вот первая, ну не первая, там третья формула, которую мы с вами сегодня обсуждали, угол между векторами. А здесь у нас еще, если мы хотим между прямыми, то поставим знак модуля. Вот. Успевайте думать. Смотрите, мы находим косинус угла бета. И таким образом находим угол между прямой и нормалью. И это почти то, что нам нужно с точки зрения угла между прямой и плоскостью. Но на чертеже нам нужен угол между прямой и проекцией. То есть, например, представьте себе, что мы нашли, что косинус бета равен Давайте какой-нибудь хороший сценарий, да. Равен 1 2 Мы из этого делаем вывод, что наш бета равен 60 градусов. Да, вот знаем, что бета 60 градусов. Но в задаче-то нам нужен угол гамма. Да, угол между прямой и плоскостью. А как, как эти два угла связаны? Тут надо подумать. Как эти два угла связаны? А, Связаны-то они вроде понятно как, да? Гамма плюс бета это 90 градусов. Один угол, другой, дополняет. До, 9, до прямого mm, То есть На самом деле бета Это 90 минус угол гамма И тут вообще Супер интересная математика происходит То есть в тот момент, когда мы нашли косинус бета Мы нашли косинус 90 минус гамма да, Вот просто вот, вот, вот эта строчка Бета заменили на 90 минус гамма это Правда? А косинус 90 минус гамма называется формула приведения. Формула приведения мы с вами все выучили. И это называется синус гамма. То есть в тот момент, когда мы считали вот эту конструкцию скалярное произведение делить на длины векторов, мы нашли косинус бета и одновременно с этим синус гамма. А гамма это угол, который нам нужен в ответе, угол между прямой и проекцией. Поэтому все в итоге максимально просто. Для того, чтобы найти угол между прямой и плоскостью, мы считаем вот такую хренотень относительно нормали и этой прямой. На сверху скалярное произведение, снизу произведение длин векторов. Мы считаем это все и таким образом находим синус угла между прямой и плоскостью. А в ответ тогда мы пишем арксинус этого выражения. Опять же, у нас здесь стоит знак модуля для того, чтобы угол между прямой и плоскостью, опять же, берется всегда острый, а не тупой. Все. То есть, ну, все, все, все. То есть, конкретно возвращаясь к нашей задаче, к задаче вот этой, да, нам нужно в задаче номер 5 найти угол между прямой BD1 и плоскостью B1CM. BD1 и плоскость B1CM. А, ну, тут все продумано. Нам, то есть, если бы мы задачу решали с самого начала, прям... Мы бы сейчас занимались тем, что вводили систему координат, подписывали координаты точек, самое главное находили уравнение плоскости. Но мы с вами уравнение вот этой плоскости уже нашли. А вот мы где-то в самом... Вот, вот b1cm было такое уравнение плоскости, вы мне его, пожалуйста, в чат напишите, что я его не помню, оно у вас где-то в тетрадке записано. Вот, соответственно, мы берем b, d1, ну как бы можно повторить именно, что b это 0, 0. 0, d1 это 10, 10, 10. Вектор b, d1 получается, из конца вычитаем начало, тут несложно вычитать, получается вектор 10, 10, 10. А уравнение плоскости вот этой вот я от вас все жду в чате, потому что я его не помню. А оно у вас где-то на одной из предыдущих страниц, возможно, написано. Еще раз, плоскость b1, c. М. Самая первая плоскость, которой мы находили уравнение. B1. C. А, сейчас неправильно. Короче. Нет, правильно. Я от вас все жду. B1. А, не B1. Вот. B. B1. C. M. Вот такая вот плоскость у нас там была. Можно еще так, Вова подключился. Вот, видишь, как я наконец-то вопросом смог тебя привести во в включенное состояние. x плюс 2y плюс 2z минус 20 равно 0. И вот что нам нужно, когда мы это все писали, в систему. Вот это все преобразовывали. Все это ради чего? Ради того, чтобы написать нормаль. Нормаль. 1, 2, 2. Все, теперь мы говорим, ага, синус гамма равен 1 умножить на 10, 2 умножить на 10, 2 умножить на 10. Длина вектора b1d это 10 в квадрате, плюс 10 в квадрате, плюс 10 в квадрате. Длина вектора нормали 1 в квадрате, плюс 2 в квадрате, плюс чуть-чуть 2 в квадрате, 2 в квадрате. Так, что у нас сверху получается? 10, 20, 20, 50. Снизу получается 10 корней из 3. Снизу это получается просто 3, по-моему, да? 1 плюс 4 плюс 4, 9. Корень из 9, 3. Ну и все, получается 5 разделить на 3 корня из 3. А если нам как-то очень хочется красиво написать ответ, мы можем, непонятно зачем, не обязательно, домножить на корень из 3, тогда у нас будет 5 корней из 3 делить на 9. И в ответ мы напишем арк гамма, арк синус, 5 корней из 3, делить на 9. Все. Ответ. Так. Угу. Так, ну тут у вас должна быть даже какая-то радость от того, что мы вышли. Смотрите, если бы мы с вами проходили тему угол между прямой и плоскостью, ее можно целый... Не то, что стрим можно целую неделю разбирать, то, как научиться решать задачи, находить угол между прямой и плоскостью. А сейчас ответ очень простой. Вам нужно находить, научиться находить уравнение плоскости и потом все запихивать формулу синус угла между двумя прямыми. Бах-бах-бах, ответ. Так. Это мы разобрали вот этот вопрос. Угол между прямой и плоскостью. Теперь мы двигаемся дальше. Теперь мы хотим научиться находить угол, угол между Двумя прямыми. Так. Опять вопрос. Про школьную обычную стереометрию. Что такое угол между двумя... Ой, двумя прямыми. Я уже все заговариваю стал. Двумя... Плоскостями. Двумя плоскостями. Двумя прямыми-то это мы научились, да? Находить. Это... Тебе кажется совсем легко. Когда два вектора, мы между ними находим. Да, так что прямыми, прямыми забыли между двумя плоскостями. Да, вот правильный первый ответ. Линейный угол двугранного угла. Теперь следующий мой вопрос уточняющий. А как нам построить линейный угол двугранного угла? Да, а вы мне на него начинаете тоже все рассказывать. Так, между перпендикулярами к, к линии пересечения. Правильно, вот. Тык-тык, молодец, Прям ты сегодня тащишь весь стрим. Значит, история какая у нас, да, есть две плоскости, одна синяя, другая красная, синяя, альфа, красная, бета. И вот как правильно пишет АУФчик, чтобы найти угол между плоскостями обычным способом, который проходит в школе, мы хотим к линии пересечения построить перпендикуляры. Uh, и получится, что мы теперь две прямых. Тут у нас прямая B1, тут у нас прямая a 1 И мы меряем вот этот вот угол. И говорим, что это линейный угол двугранного угла. И в целом, таким образом, решаем задачи. Замечательно. Вот. Его, вам привет. Ну, а теперь. Да, ты, на... ты сильно опоздал на полтора часа. Ну, а теперь, что делать-то, когда мы знаем уравнение плоскостей? Мы знаем нормаль... Синей плоскости знаем нормаль красной плоскости. Да? Красная плоскость, она там себе перп... сюда перпендикулярно. Это n2, ну короче, синяя n1, красная n2. И когда у нас есть два вектора, мы опять же можем позволить себе найти угол между этими векторами. Так вот, надо чуть-чуть включить фантазию. Подумать, что если был угол между прямыми, а потом мы знаем,. Что для одной плоскости перпендикулярно вот так А для этой плоскости перпендикулярно вот так То мы просто как бы весь чертеж Всю картинку на 90 градусов повернули А угол между нормалями Равен углу между плоскостями И все Значит в тот момент Когда мы сможем найти Угол между двумя нормалями А мы это сделаем с помощью обычной формулы Косинус Угла между двумя векторами Да мы в ответ напишем аркосинус гамма. И это будет ответ на вопрос задачи. Как найти угол между а, двумя плоскостями. плоскостями. То есть, что нам надо? Нам нужно уравнение первой плоскости, уравнение второй плоскости. Есть уравнение, значит, есть нормали. Есть два вектора. Мы между ними находим. Косинус угла между этими векторами находим. Пишем в ответ r-косинус и готово. А, все. То есть, как бы. Ну, сейчас еще, дальше я еще поговорю. Но пока мы это все просто тренируемся применять. Смотрим на что там по маленькому плану. Да, нам нужно найти угол между плоскостями А, Б, 1, d и Б, Б, 1, d А, Б, 1, d Сейчас я напишу. А, Б, 1, d и Б, Б, 1, d Опять же, так все удачно продумано, да, что если бы мы вот сначала решали задачу, нам нужно было бы находить уравнение одной плоскости, уравнение второй плоскости. Но мы с вами это уже нашли, и вы мне в чат пишете, что ж там за уравнения это были. Так, А, Б, 1, Д и Б, 1, Д. Вот тут я, по-моему, помню, вот тут плоскость была хорошая, x минус y равно нулю. А вот тут мне надо напомнить. Я от вас жду что кто-нибудь полистает тетрадку в обратном направлении и напишет, какая там была плоскость А, Б, 1, Д. Да, Пипина, еще ты на стриме, и всем приходится читать твои сообщения про твою тяжелую жизнь. x плюс 0, y плюс z минус 10 равно нулю. Так, значит, нормаль первая да, тут еще некоторые вопросы. Надо тренироваться правильно писать нормали. Ошибиться можно в чем? Можно, например, вот тут, как ошибиться, написать вот так, 1, 1, 0. Ну, это вот типа плоскость x плюс z минус 10, да, но на самом деле не 1, 1, 0. А у нас перед y коэффициент равен 0, значит, перед x единичка, перед y 0, перед z единичка. Значит, тут нормаль такая, а вот здесь нормаль 1, минус 1, 0. То есть обращать внимание, какой там буквы, какого коэффициента не хватает. Именно в этом месте там у нормали стоит нолик. И как бы правильно подписывать координаты нормали. Угу. Так, ну и все. Мы дальше берем косинус гамма равен 1 на 1 плюс 0 на минус 1 плюс 1 на 0. Да? Это 0, это 0. Сверху единичка. Снизу у нас... Длина первого вектора корень из двух, длина второго вектора корень из двух. И вот, смотрите, как удачно получилось. Получился, что вектор равен 1,2. И значит в ответ мы даже справимся не просто аркосинус написать, справимся а в ответ написать, что угол между конкретно двумя плоскостями равен 60 градусов. Прикольно. И все, ну, ответ. Ух. Так. Короче, я что вас, обращаю ваше внимание на что. Когда у нас, сейчас давайте кратко пробежимся, вот. прямая и прямая, мы значит находим косинус угла между первой прямой и второй. Когда у нас прямая и плоскость, мы значит находим синус некоторой величины. А когда у нас плоскость и плоскость, то мы опять находим косинус некоторой величины. Находим мы все по одной и тем же формулам, косинус ну, скалярное произведение длить на длины векторов. Но вот здесь косинус, здесь косинус, а здесь синус. Вот как бы. В принципе, когда вы это все решаете и практикуете, то вы в этом не путаетесь. Но поначалу, вот, важно запомнить, что когда у нас прямая плоскость, из-за того, что там вот это вот нормально, и это там дополнение до 90 градусов, формула приведения, там возникает синус, а не косинус. А еще совсем такой тупой способ запоминать, что когда у нас два одинаковых объекта, тогда косинус, а когда разные объекты, тогда синус. Ну, хотя бы чуть-чуть про это надо подумать. Вот, и у нас осталась последний... последняя формула, называется расстояние. Я не от точки до плоскости. Может быть кто-то, например, Вова проходил метод координат, и там... Ой, метод координат. Параметры смотрел у меня. там вот в видосе про окружность есть применение формулы метода координат для решения для нахождения расстояния от точки до прямой. Короче, где-то это когда-то кому-то что-то попадалось, но это не важно. Сейчас мы просто напишем формулу и по ней будем все считать. Когда мы ищем расстояние от некоторой точки, точка у нас будет называться m. Да, ну, у нее есть координаты xm, ym, zm. Есть некоторая плоскость, для которой мы справились составить уравнение. так Значит, Формула утверждает, что расстояние точки m до плоскости, ну, плоскость какая-то там, c равно. Значит, числитель представляет из себя, мы просто взяли точку и подставили ее в плоскость. То есть a, xm, b, ym. C, Z, M плюс D. И что тут интересное? Помним, да, что если бы точка лежала в плоскости, то ее координаты подходили бы в уравнение плоскости, и тогда у нас сверху был бы 0. И, ну и расстояние от точки до плоскости, если точка в этой плоскости живет, 0, да, она там живет. А если не живет, то, то это какая-то величина не 0. Ну, на самом деле, еще модуль надо поставить. Вот. И ну, и, кстати, обращаю внимание, что первый раз у нас так случилось, что буква D в формуле поучаствовала. Да? Наконец-то она повлияла на расстояние. Но нужен нам еще знаменатель. Давайте я формулу закончу, писать и потом еще обсудим, как бы что из себя представляет этот знаменатель корень за квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат. Если внимательно посмотреться, то вот здесь написана длина вектора нормали. Да? Нормаль. Это вектор, у него координата A а, соответственно, корень суммы квадратов и его координат это длина вектора нормали. Вот, это последняя на сегодня формула, которую надо записать, там, в итоге все куда-нибудь формулы все записать, учить и применять. М -м да а да, правильно, правильно. Там было, да? это расстояние от прямой до, о, от точки до прямой. Ну, и все, все аналогично, да, только на, в 2D мире прямая задается ax плюс by плюс c равно нулю, да, и вот это, та же самая формула, только там все в 2D мире, все работает. Ну, а здесь еще действительно Z. Так, короче, почему у нас здесь участвует длина вектора нормали? Потому что мы с вами что делали? Вот мы там находили уравнение плоскости. Оно у нас было в каком-то виде записано, да, там сначала, в каком-то некрасивом, там вот так. Вот так у нас, вот такая что-то у нас было сегодня, по-моему, да. Вот такая была у нас плоскость. Мы такие, хм, ну, она нам не нравится, то возьмем просто так: возьмем уравнение плоскости умножим на минус 20, чтобы оно красиво выглядело. Вот, по-моему, с, с первой плоскости мы вот именно так сделали. Да? Но мысль в чем, что делать мы так можем. Но если смотреть только на числитель, то вот мы взяли все выражение на минус 20 умножили, и расстояние увеличится там, в 20 или в минус 20 раз. Да? То есть одно дело вот сюда некоторую точку подставлять, другое дело вот такое уже умноженное выражение. Так вот, как раз от того, что мы уравнение плоскости можем умножить или поделить на любое число, этот факт учитывается за счет того, что мы делим на длину вектора нормали. То есть раз мы все увеличили типа в 20 раз, у нас коэффициенты А, Б, С тоже увеличились в 20 раз, длина вектора нормали увеличилась в 20 раз, и поэтому у нас как бы числитель поменялся, и знаменатель поменялся, Таким образом, как бы вот этот знаменатель, он выполняет типа нормализацию. Там, да, взяли числитель и вот на длину вектора нормали сократили, чтобы все было четенько. Ну вот. Ну, это некоторые объяснения такие на пальцах. Можно просто вот, в принципе, жить с формулой и пользоваться, и не чувствовать себя как-то грустно. Энди, давай, пока. Так, мистер Шепард. Капитан Шепард к нам присоединился. А, у нас осталось потренироваться находить эту формулу. Седьмой пункт сегодняшней беседы. Задача номер 7. Нам нужно найти расстояние точка D1, плоскость B1CM. А, точка D1, выписываем ее координаты 10, 10, 10. Да? А B1CM это что? Самая первая плоскость. Кстати, по-моему, вот это она и написана. да? Правильно? Сейчас я чат полистаю, вверх проверю, что это та плоскость. Вы мне ее уже писали. Где? Uh... Так, так, так. Да, Вова писал. x плюс 2y плюс 2z минус 20. Плоскость b1cm. Вот ее уравнение. Да, все, берем, пишем буква Ро. Ну, на самом деле, можно не Ро, если вам не нравятся какие-то греческие буквы. Можно вообще там x. x равно написать. Или, не знаю, не нравится x. H. Давайте h напишем. h равно значит, 10 плюс 2 умножить на 10 плюс 2 умножить на 10 минус 20. Это я что сделал? Координаты точки x, y, z. Подставил сюда x, сюда y, сюда z. Все, минус 20. Буква d тоже поучаствовала. Здесь написан знак модуля. И делить это на корень из 1 в квадрате плюс 2 в квадрате плюс 2 в квадрате. Длина вектора нормали. Значит, длина вектора нормали троечка. Здесь у нас 20 минус 20 взаимно уничтожились. Получилось 30 делить на 3. 10. О, еще красивый ровный ответ под конец у нас получился. Так. Ну вот. Смотрите, еще время 7.40, а мы прошли тему, которую можно целых 3 часа обсуждать. Фух. Вот это... Но вот это все, что нужно знать про метод координат, остается его только как бы тренировать и применять. То есть нам нужно уметь ну, знать сначала, да, который там было, находить точки, угол между векторами, школьное знание. Потом не школьное знание, то, как находить уравнение плоскости за счет составления вот этих систем. Вот это, это, даже не то, что сложно долго, но нужно как бы внимательно, типа, считать и решать вот эти системы. После того, как мы ABC выразили через D, Траля-ля-ля-ля на D сократили, у нас получается уравнение плоскости. Когда у нас на руках есть уравнение плоскости, вся наша задача свелась к тому, чтобы там, взять нужную формулу, в нее подставить Так, давайте, что мы с вами сделаем? Да, и пять уроков у вас про это было, и скорее всего еще вы уравнение плоскости-то вы как бы и не проходили. Вот это типичная ситуация. Давайте мы сделаем так. Сейчас я настроюсь. Настроюсь. Ужас какой, что произошло? Нет, так нельзя. О, вот так. Вот так. О, вот так. Раз. Короче, это я пытаюсь вам показать окошко браузера и написать тут решу ЕГЭ. Решу ЕГЭ. А, решу ЕГЭ в темной теме. Так, сейчас. А Как-то надо тебя решу ЕГЭ растянуть. Значит, что мы делаем? Что мы тут делаем? Мы хотим открыть задачку, какую-нибудь случайную задачу по стереометрии. Стереометрическая задача. Ну и как бы вот как раз, да, вот все типа тут задачи собраны по темам. Вот расстояние между прямыми и плоскостями. Вот. Мы научились расстояние от точки до прямой находить. Даже от точки до плоскости. Вот до прямой не очень пока, да. Вот я к тому, что вот не все задачи решаются с помощью метода канала. То есть, вот это расстояние между прямыми и плоскостями не очень. От точки до плоскости нормально. Дальше угол между плоскостями, пожалуйста, угол между прямой и плоскостью, пожалуйста, угол между прямыми пожалуйста. То есть, вот как бы уже можно как раз для себя выделить как бы количество задач, которые мы сейчас вроде как можем решить. Существенная тема, которая не решается с помощью метода координат, это вот сечение. Остальное все так или иначе можно еще как-то справиться. Ну ладно, я вам типа про то, что мы за сегодняшний стрим какой объем стереометрии прошли. Дальше мы давайте тыкаем в какую-нибудь задачу, вот найти угол между прямой и плоскостью. И листаем куда-нибудь, куда-нибудь. Не знаю, просто вот листаем, листаем, листаем. Сейчас Ну вот, например, вот задача на да? ЕГЭ 2017 года. Она как-то очень похожа на задачу демо-версии Короче, я на самом деле хочу какую-то случайную задачу, с одной стороны, выбрать, а с другой стороны, чтобы она еще как-то решалась более-менее. Сейчас. Ну ладно, давайте вот, короче, вот это хорошая задача, как бы на нее внимательно посмотрим. Вот так. Вот так. Вот так. Да. Вот, и как бы обсудим, как бы мы решали эту задачу. То есть... как бы мы решали эту задачу? Мы бы подумали, что ну, нам нужен всегда чертеж, да, правильная треугольная призма, значит, нужно рисовать призму. Думать о том, что она правильная треугольная, то есть у нее в основании лежит правильный равносторонний, то бишь треугольник, да? Дальше, сначала давайте мы как угодно подпишем А, Б, С, А1, Б1, С1. Вот, что еще у нас участвует? А, ну, длинный ребер надо все это, все это написать. Здесь 4 корня из 2, здесь 4 корни из 2. А, высота 4. М середина BC. Все, М середина BC. Ну, пока вот, значит, тут ставим точку М, говорим, что она серединка. Дальше. Найдите угол, докажите, что прямые B1C и C1M перпендикулярны. B1, B1C и C1M перпендикулярно. Ну, я вот слушаю ваше предложение. А, Чем мы тут Типа, вот смотрите, пункт А. Задача на целых 3 балла, за пункт А дают 1 балл. А, мы хотим вводить систему координат, правильно? Чтобы решать задачу методом координат. То тут существенно, что нужно подумать. Надо подумать про то, что, скорее всего, мы хотим, во-первых, надо знать, ну, как бы вот, ошибка новичка совсем. Ошибка совсем новичка, как в треугольной пирамиде неправильно вести систему координат. Можно совсем глупо вести, вот, типа, сказать, что оси координат идут типа вот так. x, y, z. Да, похоже, может так кто-нибудь нарисовать. Может, но это совсем неверно, да, потому что мы знаем, что в основании призмы правильно лежит равносторонний треугольник, у равностороннего треугольника угол 60 градусов, а система координат у нас прямоугольная, и между осями x, y, z там, там везде по 90 градусов. Поэтому так вот нарисовать систему координат это совсем ошибка. Дальше. Чуть-чуть лучше становится, когда вы систему координат начинаете рисовать уже как бы прямоугольную, но типа вот так. Вот так, вот так, вот так. А уже лучше и даже в принципе получится, если все дальше делать правильно. Ну, то есть ось x она идет вдоль стороны, ось y она учитывает то, что все-таки угол 90 градусов, а не 60, и ось z смотрит вверх. Уже лучше, но можно еще лучше. Я вот как вам предлагаю типа запомнить, что самый удачный способ вводить систему координат в треугольной призме это вот так. То есть начало координат она помещается не в вершину, а в середину одного из ребер основания. Вот, сейчас мы это подумаем, почему. Ну, потому что, на самом деле, очень простой ответ. Координаты вот этой точки, давайте, точка С будет называться, да, у нее какие координаты получаются? Вот есть у нас x, y, z. Да, по оси x точка С никуда не сдвинута, по оси z она тоже никуда не сдвинута. А вот по оси y она сдвинута на какое-то расстояние, и это расстояние нужно считать, это высота равностороннего треугольника. То есть мы обычно в задаче ребро знаем, сторону основания знаем, да, и вот еще хотим посчитать. Вот это вот H высота треугольника, ее хотим найти. А вот эти точки тогда, там, А и Б, они как-то, ну, просто у них там плюс половинка, минус половинка по x, по y0, по z0. Опять же, это все делается ради того, чтобы у нас у точек было наибольшее количество координат, у которых э, наибольшее количество нулевых координат. Лугар, здорово. Вот. То есть для себя вот такую картинку тоже можно куда-то запомнить, что это прям стандартный подход, ввести систему координации в угольной призме. А еще конкретно про нашу задачу, да, 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 что можно разную стенку, разную... Как я? Вугар, ну расскажи там что-нибудь, что у тебя делается, как жизнь, чем занимаешься. Ты, я, что голос сбил. Короче, можно как бы вот так систему координат вести, да, то есть выбрать середину АБ за начало координат. Можно любую другую, любое другое ребро взять за середину, ну, за, короче, туда поместить начало координат. И вот надо подумать, 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 и, скорее всего, мы хотим так, чтобы, раз у нас задача участвуют вот эти две красные прямые, было бы логично, чтобы вот точка М, как середина БС, чтобы она была серединой, да, значит, надо весь чертеж, типа, переделывать, то есть, типа, вот так, вот так, вот так. Вот, делать так, чтобы точка М была здесь, она была серединой. Дальше давайте как мы сделаем. Значит, ну, кто-то здесь Б, кто-то С, значит, где-то здесь А. Вот это все мы правильно фигуру поворачиваем. Вот, переделанный чертеж. Сюда вводим систему координат. Вот так. Вот так. В тексте решения пишем, что мы ввели систему координат. И когда у нас чертеж уже вот такой, все размеры у нас известны, задача 2017 года решается, наверное, ну, не знаю. Мы ее, наверное, не успеем решить за 9 минут, но суть в том, что она решится. На чем, чем мы тут хотим? Давайте вы мне будете подсказывать. Ну, во-первых, вот пункт А. Тут как бы довольно очевидно, но я все равно спрошу. Да? Вот нам нужно доказать, что прямые перпендикулярны. Как мы это будем делать с помощью метода координат? Слишком легкую задачу я наугад выбрал, да? ну я, с... я с не буду совсем сложно выбирать, чтобы мы запарились. Так, но тем не менее, b1c, c1m, b1c. C1M. B1C. C1M. Да? Мы, нас просят доказать, мы будем э, что, искать угол между двумя прямыми и двумя векторами. И догадываться, что этот угол должен получиться быть равным 90 градусов. Ну, угол должен быть 90 градусов, да, чтобы прямые были перпендикулярны. Значит, косинус угла, который мы будем считать через формулу, должен получиться равен 0 вот это мы все предсказываем наперед, что должно получиться. А в задаче, ну, как бы сейчас надо размеры подписать еще раз. Значит, здесь 4 корня из 2, здесь 2 корня из 2, здесь 2 корня из 2, а высота вся эта конструкция четверочка. Ну вот нам, например, нужна точка B1. Давайте вы мне в чат напишите координаты точки B1. Нужна точка C. Так, а я вот, а я вот напишу координаты точки M. Раз они такие хорошие, я вот напишу координаты точки M, они по нулям. И точка С1, она у нас явно будет такая же, как точка С, только вверх поднята на 4. Так, вот, да, надо подумать, что не 1 и минус 1 а 0. Но это дело тренировки, да, и вопрос тригонометрии. Так, значит, что у нас точка b 1 Надо подумать, вот у нас есть x, y, z. По x мы сдвинулись назад. На расстояние половинки ребра. Минус 2 корня из двух. По оси Y мы никуда не двигались. 0. Вверх поднялись на ребро. 4. Точка ценность. Плюс 2 корня из двух, 0. 0 вроде. Да? А здесь 2 корня из 2. 0. 4. Написали это. Написали вектора. Конец. Минус начало. Вот тут надо внимательно считать. Потому что 2 корня из двух. Минус. Минус 2 корня из 2. Да? Называется 4 корня из двух. Здесь 0, конец, минус начало, 0, минус 4, значит, минус 4. Так, один вектор есть там. Второй вектор. c 1 м Тут еще как бы, ну, можно вектор C1M брать, можно MC1. Главное для себя определиться, кто начало, кто конец. Они так, что наугад вычитаем туда-сюда. Значит, если C1N, C1 начало, M конец. Значит, здесь минус 2 корня из 2, здесь 0, а здесь минус 4. Да, ну, раз минус, то можно было бы взять и наоборот вектор, но пускай будет с минусом. Это никак не должно повлиять на ответ. Теперь мы считаем косинус между векторами. 4 корня из 2 умножается на минус 2 корня из 2, получается так. Плюс 0 на 0, плюс, плюс 4 на 4, да, минус 4 на минус 4, давайте вот так напишем, минус 4 на минус 4. Здесь у нас стоит длина одного вектора, длина другого вектора, но самое интересное для нас в числителе, потому что там получается минус 16 плюс 16, 0. А тут мы еще насчитаем, что получится, но вот важно, что получилось 0, как мы и предполагали. Следовательно, альфа равен 90 градусов, следовательно, такая-то прямая, перпендикулярно такой-то прямой, что и требовалось доказать. Один балл есть. Вот. Ну, угу. вроде очень удобно. В целом, решить задачу угол между прямыми можно там 10 способами. Это довольно простая задача. Но тем не менее, вот эта формула косинус угла между векторами, это вот один из наиболее простых способов. Так, ну и что? Еще у нас есть вопрос пункта Б. А вопрос пункта Б... Может быть, кстати, опять надо было бы сейчас что-нибудь перевернуть, потому что нам прямая нужна C1M, а плоскость нужна A, B, B1. Короче, задняя стенка у нас сейчас получается. А? И вот мне так или не очень тоже переделывать. Но мысль какая? Вот смотрите, А, Б, Б1, А1. Да? Но нам 4 точки не надо, нам 3 достаточно. Вот. Короче, у нас сейчас эта стенка у нее у этих точек есть координаты. Ну, как у точки B1 есть координаты 2. Ну ладно, вообще не сложно, да? Ну, короче, можно было бы еще повернуть чертеж. Для того, чтобы вот эти три точки, чтобы они лежали в плоскости, значит, какой там, X, O, Z. И тогда у них будет максимальное количество нулей в координатах. Вот, но можно про это и не думать. Ну, как, лучше подумать. Я бы, наверное, подумал, если бы сейчас был не конец стрима. А так мы с вами просто, ну вот хотим, типа, план какой. Нужна плоскость, нужно ее уравнение. Мы выписываем аккуратненько, давайте. B, B1, A, B, B1, A. Ну, с точкой B уже все понятно, да? Минус 2 корня из 2, 0, 0. С точкой B1 тоже все понятно. Та же самая точка, только верх на 4 поднята. Вот с точкой А надо считать, да? Мы с вами договорились, что y координата точки А – это высота правильного треугольника, то, насколько точка А сдвинута. То есть это мини-задачка в стороне. Посчитайте высоту равностороннего треугольника со стороной 4 корня из двух. Ой, ну давайте кто-нибудь мне в чат напишет, сколько будет эта высота. Как найти высоту равностороннего треугольника, если мы знаем его ребро А? Можно прям результат написать. Пишите же, да? Пишите. Я уверен, что у вас еще есть сила написать. Ну или нет. координаты точки А можно написать. Если вы там все мега быстро решаете и пишете, то можете ответ написать. Или можно сказать, что все, сил не осталось, тогда на сегодня заканчиваем. Как бы планы есть, как задачу решать. Либо дорешаем, либо ну, либо в следующий раз дорешаем, либо когда-нибудь на, на пробнике попадется нам эта задача. Если пробник, наверное, через неделю надо объявлять следующий пробник. А то мы что-то с вами давно пробники не, не решали. отходил. Вот я чувствую. Мы ищем координаты точки А на чертеже. Потому что без координат точки А мы не сможем найти уравнение плоскости. Без уравнения плоскости не сможем найти угол между прямой и плоскостью. 4 корня из 3, верно, да? То есть вот это h это 4 корня из 3, это расстояние по оси y. Так, так, так. Ну в целом, в целом, что, ну, надо более-менее закончить, да? Есть точки. Пишем уравнение плоскости минус 2, ну как не уравнение плоскости, а вот собираемся его составить. на да? взяли одну точку, подставили. А, так, плюс 0b нет, плюс 4c, плюс d, Равно нулю. И здесь у нас 4 корня из 3. B. Все. Плюс D. Равно нулю. Все у нас более-менее удачно. Да? Отсюда у нас получается. А. Минус D. Делить на 2 корни из 2. Есть. А отсюда B получается. Минус D. Делить на 4 корни из 3. Есть. А вторую строчку тут. А и c А у нас уже выражено. И когда мы вот это подставим сюда. У нас... Ой, минус, не минус, а тут плюс. Да, вот тут вот как раз подобным образом можно в целом ошибаться. А лучше так не делать. Раз у нас здесь был минус, мы перенесли минус, то в итоге будет плюс. И я к чему веду? К тому, что во второй строчке у нас уничтожится вот это с вот этим. Когда мы подставим чему равно а, и отсюда будет вроде вывод, что c равно 0. И все у нас. Значит, d делить на 2 корня из 2x, это букву А подставили, минус d делить на 4 корни из 3y, плюс 0z, плюс d равно 0, сократили на букву d, и на что-нибудь умножили такое красивое, ну что бы там такое умножить, на 4 корни из 6. Да, ну, во-первых, давайте, ну, буква d пропала, понятно, тут единичка осталась. На 4 корня из 6, значит, сюда умножилось 2 корня из 3 на да, x. Сюда умножилось минус корень из 2y, а, плюс 0, плюс 4 корня из 6. Вот у нас получается уравнение плоскости, из которого нам самое главное нужна нормаль. 2 корня из 3 минус корень из 2, 0. Да, обратили внимание? Что где тут А, Б, С? Именно С равно нулю, а там не Б. Ничего не перепутали. Так, на, меня надо еще успевать проверять на последних силах. То есть есть нормаль. А плоскость есть. Прямая С1М. Мы ее уже писали в пункте А. С1М. Что там за прямая? А, так это не очень хитрая прямая, да, потому что точка М это наше начало. С1М это значит ну, а здесь вот минус 4, здесь вот минус 2, корень из 2 на 2, а здесь 0. Так, мы ну все, мы вспоминаем. Давайте в чат вопрос. Вот у нас есть нормаль, есть c 1 м В чем мы находим, косинус или синус? Chinus. Так, это верно. ЕГО вам сейчас... Я, ну, надо, короче, посчитать, сколько получается. Сейчас я это все начну писать. Пока я перевариваю вопрос ЕГО вам. А, в целом, можно. М -м -м, как это сказать? Короче, однозначно можно, только надо сейчас еще подумать наперед. Насколько нам этого хватит? То есть у тебя как бы э, в целом ты вот типа что хочешь? У тебя вектор n, да, это нормально. У него есть координаты a, b, c, которые ты не знаешь. Типа три неизвестных. Дальше. Есть у тебя вектор a и вектор b в твоей записи. Это, видимо, два вектора из плоскости, которые ты типа знаешь. Там знаешь точки, берешь координаты точек, получаешь координаты векторов и записываешь скалярное произведение на вектор a, скалярное произведение с вектором b у тебя получается типа две системы, в которых... Это нет, не две системы, а система из двух уравнений, в которой А, Б, С переменные. И да, скорее всего, да, получится, потому что, опять же, вот у нас такой фокус, да, что три неизвестные, два уравнения, но там, опять же, А, Б, через С выражаем, на С сократим. Короче, да, такой подход тоже сработает. Ну, пожалуйста, не, я вообще никак не против. То есть вот этот самый способ находить уравнение плоскости, его там, не знаю, 5 или 6 способов находить уравнение плоскости, начиная с того, что вот я рассказал вам сегодня, там второй способ всегда там брать d за единичку, третий способ решать систему, и вот эту систему какими дурацкими методами Крамера определителями, четвертый способ писать сразу вообще определитель матрицы, пятый способ, Его вам то, что написал сейчас ты, Шестой способ, глядя на чертеж, писать уравнение плоскости. Замечательный способ, отлично работает. Короче, способов полно. Надо где-то для себя найти то, что больше нравится. И так делать. Так. Ладно, что мы делаем? Считаем синус. Синус досчитываем и в целом заканчиваем. Что у нас? Так. Два корня. Сверху у нас скалярное произведение. Оно да, ну вот так напишем. Значит, плюс 0, плюс 0. Делить. Длина вектора нормальная. У нас 4 на 3 это 12 плюс 2. Здесь так. Надо только проверить. 4 на 3, да, ну вроде ничего. А здесь э, 8 плюс 16. Значит, сверху получается минус. Минус нам не очень нужен, потому что модуль. Значит, 4 корня из 6 разделить. Корень из 14, это конечно не очень красиво, да. Пока напишем. Корень из 14 на корень из 24. И... Короче, можно так и оставить. да. Корень из 24 это, конечно, 4 на 6. То есть это 2 корня из 6. А, 2 корня 6 сокращается. Отлично. да Значит, тут получается двоечка. И получается 2 разделить на корень из 14. Можно вот так уже точно хорошо оставить. Альфа равно арксинус. 2 делить на корень из 14. Так, главное, чтобы сейчас все сложилось удачно. Да, у нас еще нам надо 4 минуты за закончить. А, а что нам должно сложиться удачно? Мы должны ответ свой сравнить с тем, что есть в решу ЕГЭ. Так, а мы сейчас увидим тут ответ какой-нибудь страшный. Нет, что там совсем страшный. Страшный ответ получился угол 30 градусов. Так, что-то не то раз угол 30 градусов то скорее всего мы обсчитались так не должно быть правильно значит открыл угол между прямой Жанна надо все проверяет тогда быстро с 1 м плоскостью абб1 Так, что я хотел сказать, что ответ что-то не сходится у нас, да? А должен сходиться. Угол между прямой C1M и плоскостью ABB1. Но, во-первых, надо что-то все проверить. Начиная с точек, уравнений. Этот, как бы... Так, если у кого-нибудь что-нибудь получилось по-другому, надо сказать. Например. АУФчик есть, где что-нибудь что не сошлось. Другое значение. Другое значение. Так, 4 корня из трех на корень из трех на два. Получается, а, подожди, что-то я тебе поверил. Вот, я нашел ошибку вроде, да? А, ошибка в чем? Вот тут, почему у нас четыре корня из трех? На это я как-то обрадовался, когда Уфчик мне написал высоту равностороннего треугольника, но вроде это не так. Если у нас треугольник со стороной А, то высота этого треугольника А корней из трех на два. То есть нам надо заниматься чем? 4 корни из 2 умножать на корни из 3 на 2. А это вроде 2 корни из 6. Как я так пропустил такой момент? Угу. Так, ну вот, ну ладно. Ты сегодня много посчитал правильно, под конец ошибся. Так, 2 корни из 6. Это что у нас будет? Это у нас вот тут будет 2 корня из 6. Это значит, что на самом деле цешка все равно будет равна нулю. то есть тут какой бы ни было, там, да, вот тут 2 корня из 6, c будет все равно коэффициент равен нулю. И это хорошо. Коэффициент c все равно равен нулю, но в нужный момент... Сейчас, как так может быть? А, сейчас, подожди, не туда смотрю. Ерунду какой я написал. Так. Вот тут 4. Это правильно. А у точки А у нас 2 корни 6. Ладно, вот тут у нас ошибка. Тут 2 корни 6. Значит, ну, надо переделывать. Так, у меня вот есть вот такая супервозможность. Так, вот красной ручкой все будет правильно написано. Значит, здесь 2 корня 6. Умножаем мы это все, значит, в итоге на 2 корня 6. Ой, главное надеяться, что сейчас мы нигде больше не ошибемся. Минус y плюс 2 корня 6 равно 0. Так, уравнение плоскости есть. Нормаль получается хорошая. Корень из 3 минус 1, 0. Ага, и тогда Потому что сейчас, если что-нибудь опять не посчитается надо будет Это... Ответ не получится ровно Надо будет опять пересчитывать Ну ладно, пока будем надеяться Минус 2 корня из 6 Плюс 0, плюс 0 Делить на Здесь корень из 4 умножить на корень из Не, нормально получится 8 плюс 16 Получается 2 корни из 6, сверху модуль, снизу корень из 4 это 2, корень из 24, 24 это 4 на 6, 2 корня из 6. Бах, 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 получается 1 вторая, Отличи, замечательный угол, синус, который равен 1 2, значит угол равен 30 градусов, ответ у нас сошелся. Фух, совпало. Но это тоже вот полезно. Короче, в методе координат обсчитаться где-нибудь, вот как раз, вот как что-нибудь там, одну несчастную высоту вы посчитали неправильно, да, все пошло наперекосяк. Это как бы с одной стороны грустно, и задачу как раз нам не засчитают пункт Б. Но типа что делать? Вот, а так в целом вот мы решили задачу, и пункт А, и пункт Б получили 3 балла. За час за 2 часа 11 минут прошли кучу тем по стереометрии, главное теперь это как бы вам не отложить долгий ящик, а стараться решать задачи методом координат. В идеале, если вы, ну вообще, это вот идеальный путь развития подготовки к ЕГЭ, когда вы знаете классический метод, выучили еще метод координат, и когда вам там на каком-нибудь пробнике или у вас попадается задача, вы ее решаете и одним способом, и вторым способом, еще ответы между собой сравниваете. Вы и так, и так прокачиваетесь, а на экзамене, ну, как бы, если у вас время будет позволять, вы опять же сделаете двумя способами, потом сравните ответы, убедитесь, что они совпадают, и просто напишите тот, который вам нравится в решении. Если у вас время будет поджимать, то вы просто посмотрите на задачу, выберите способ, который вам кажется наиболее оптимальным, и решите таким способом задачу на экзамене. Короче, в идеале надо и классическим методом владеть, и методом координат. Но вот если у вас стереометрия совсем плохо, то метод координат это прям вообще супер лекарство. Если хорошо, то все равно, я думаю, очень полезно. Как бы вот надо только теперь тренироваться, считать, и вот составлять эти уравнения плоскостей. А... Артур, пожалуйста, рад, что у тебя все получилось. Ты молодец, сдал хорошо. И Бауманг хороший институт. А, нет, короче, ну это типа, спорно, можно обсуждать. В метод координат, вот у него, конечно, такой минус, что если вы где-то обсчитались, то вам могут задачу именно целиком не засчитать. Ну, в смысле, вот конкретно, вот как сейчас, если бы мы обсчитались, нам бы пункт Б не сосчитали, пункт А у нас все-таки правильно был, да. А пункт Б могли прям 0 баллов поставить, потому что метод координат, он именно подразумевает то, что вы должны все считать правильно. То есть, типа, если вы там где-то ошиблись, то есть это вот, когда вы классическим методом решаете, да, у вас там все доказано, но при подсчете теоремы Пифагора вы там не справились число в квадрат вывести, то у вас как бы арифметическая ошибка минус один балл. А вот в методе координат, насколько я видел, оценивают именно, типа, да, да, нет, нет. Ну, как бы просто повод решать, внимательно получать, короче, не допускать арифметических ошибок. Все, давайте на сегодня достаточно. А, через неделю мы с вами будем что делать? Решать задачи на кредиты, продифференцированные платежи тоже такая сложная, серьезная тема. И надо к ней готовиться, видео посмотреть. А еще я надеюсь, что я вам через неделю задание пробника нового опубликую. В общем, куча заданий у нас. Подготовка в самом разгаре. Учитесь, занимайтесь, пишите вопросы. Все, счастливо, всем пока. Через неделю увидимся.